Так, все, переходим, смотрим. Перешел и вот. Хотела посмотреть, как ты выглядишь, пожалуйста. Вот так ты выглядишь. А, нет, Че, блин, ужас. хреново? Мне кажется, отлично. Нет. Видишь, как я выгляжу? Смотри, на фоне вентилятора я выгляжу как идиот. А, нифига у меня тут. А, тихо, подожди. Чего ты? А, это... О, это песок. Это песок! Твою мать, это песок! Ты сыпешься? Так, тихо, подожди, я кричу прямо в этот... Ты В сыпешься? батарею. Нет, кис, я песчаный человек. Так, ребят, здравствуйте, кто подошел, а никого нету, но я должен был это вам сказать. Кис, поздоровайся с воздухом. Привет. Ручкой помаши. Здравствуй. Так, хорошо. Теперь давай, не умеешь что ли нажимать? Давай, это. Нажмакай. Не Но я умеешь? думала, ты там настраиваешь, Нет, пока нет, нет. нельзя. Я могу тебя. Сказал бы, Я типа... настраиваю тебя, ты молодец. Так, давай. Типа, внимание, марш. Внимание, кадр. Аккуратно ногой там нет, не выруби Я ничего. уже... Уже Я вырубила? думала, ты имеешь в виду не ударься аккуратно, а О я уже боже, я это и ударила. имел в виду. Да. Типа, аккуратнее там, не сломай ничего. Не сломай ногу, кис. Да. Да. Что-то нормально все работает, да? Я не знаю. Ты уже все начала играть, что ли? Ну да. Я думал, мы начнем играть. Чего? Нет, играй. Играй, пожалуйста. Я думал, мы начнем играть. Но ты начала играть. А, вот. За гранью обыденного. Это походу, вот это и есть, тип. Про Дейдру ты говорила. Да. Это и есть этот квест. Да. Моя любимая женщина. Да. Мой любимый мужчина. Да, конечно. А вот в этом вот Ну в теперь чем я сомневаюсь? зачаруй меня. Да. Типа на камеру такая типа. Здравствуйте. Да, поговори с Здравствуйте. Патронарксом. Патронаркс. Партурнакс. Дреймолок. Старый волк. Пойдем. White, белый бег. О, ну, я не туда переместилась. Оу, ноу, я туда переместилась. Нет, не туда. Моя маленькая... Ребят, здравствуйте. Здравствуйте, кто там? Привет. Кто пришел? Всем. Кто? Кто? Знаешь, кто к нам пришел? Кто? А я тебе отвечу. Не знаю. К нам пришел какой-то очень любопытный зритель, которому можно пожать руку за то, что он к нам пришел. И это первый зритель на сегодня. Прекрасно. Хотя, я думаю, это наш бандикут. Ну, то бишь. Да. Да. То бишь бандикут, который частенько к нам приходит. Вот в чем я уверен. Что тебе нужно? Та-да, Я, та-дам, наверное, та-да, ослышался. та-да, Мне та-да, та-да, та-да. казалось, что ты хочешь заманить Папа. дракона в мой дворец. Так, Ярл. Нет, ты не ослышался. Прости, Ты но я не понимаешь, этот хотел. вопрос не возник бы, если бы не было важно. А? О! Согласно легенде, хотя это было явно Олаф Одноглазый. Тошно, я слышу, Ладно, что он говорит. все, хорошо. Я просто пел. Мне нравится, как ты поешь, но я не Кис, я вижу. пил, понимаешь, я пел. Его назвали Нуминекс. Это его череп Чё? украшает Слышишь? Нуминекс. У нее, смотри. То, о чем ты просишь, Что? безумно. Что? Я не понимаю. Ты хочешь, чтобы ну я что Нет, там? тихо. Сердце моего города, когда у меня на пороге война? Как будто током, да? Да. У меня тоже с тобой такое было. Серьезно? Да, я тебя трогала, и как будто вот в этот ток такой. Да, как будто вибрация. Почему Да, так? да. Я не знаю. Я потом тебя еще раз трогала, и уже не было потом. Разве его возвращение не знак конца Энергия. света? Я сейчас трогаю, да, реально, как будто. Может, ты передаешь, типа... Ну-ка, ногу убери с компа. Да, это с компа вибрация. Офигеть. По костям твоим вибрация идет. Ты вибра! Виброс! Смотри, Кис. Помнишь, у нее было 96? Недавно. 96 у нее было. Ну-ка, опусти. Да, господи. Так у нее сиськи на весь экран. Смотри, сколько я смотрю сейчас. У нее было 96, смотри. Девчонка поднимается. Давай, играй, Кис. Поднимайся.
Капец, снимай, снимай футболку. Это жесть. Что? О боже. Надежды. Я в этом не разбираюсь. Но о. Надежды больше нет. Дракона ко мне во дворец. Я не понимаю, ну вот, вот что, что такого? В чем? Я же говорю, сиськи это все. Кис, нет, не сиськи. Не в сиськах счастье. Счастье в том, что счастье есть. И Ульфрик, и генерал, думаешь? Нет, я не могу рисковать. Я с радостью помогу, но сейчас... Я не понимаю. Я не могу его уговорить. Он точно за... решится нам помочь. Он же нам помочь должен? Раньше, короче, когда мне было легче, потому что я тут была этим... Крутой пацан. Ну да. Ты была с ними? Да. Хорошо. Все ли готово для поимки дракона? О, да. Люди готовы и ждут тебя. Да-да-да. Но тебе сперва нужно добиться мира, да? Ясно. 8 лет назад, когда Довокины только-только вот стали известны в Скайриме, они начали ловить драконов. А потом попала стрела в колено. Угу. Вот такая печальная история, Кис. О которой слагали легенды. Ничего себе. У нас аж 3 бандикута приходило, но теперь у нас 0 их вообще. А у нее 80. Вообще это как? Я думаю, даже не 80, а 87. После поражения на вершине будки мира Алтоин бежал от меня. Мы надеемся, он найдет цверных ему драконов. Ну да. Дракон предел, дворец Ярла Вайтрани. Выкатать жницей для дракона. Смогу устроить перемирие. Ярл Вайтрани поможет мне... заманить драконов. Драконий предел, тогда я смогу допросить дракона, чтобы прикончить его раз на всегда. Кого мне просить о помощи? Седобородых или... Или дракона? Или Ангейроном? Бесконечная пора. Давай серобородых, они типа как бы мудрые там все дела. Ну я тоже об этом подумала. Типа ребята херни не скажут. Ты что? Это нормально. Угу. Да-да. Ждет тебя. До встречи. Кис прыгнул через огонь. Кис прыгнул через огонь? Да. Кис прям прыгнул. Такой эпичный момент? Да. Обычно. Видишь тех... Пар. Тьма поглощает тебя. Что? Бабай. Кстати, я же купила эту бумагу со странным названием Попкина радость. Попкина радость. Попкина радость. Да. Это самая ужасная, ужасная бумага в жизни. Это самое ужасное, чем я могла вообще в жизни вытирать. Стоп, как? Я не понимаю. Зачем тебе... И вообще, хуже этого только наждачкой подтираться. Вот правда. Мне кажется, производители этой туалетной бумаги вот просто угорают над своими потребителями. А как же, подожди, набережные Челны? Нет, это хуже в 100 раз. Набережные Челны просто перышки по сравнению с этим. Я же говорю, хуже этого только наждачкой вытирать. Это вообще... Правда, вот название «Попкина радость» — это прям, ну, сарказм такой, они прям поугарали. Серьезно. От души, да, угарнули? Да. Угу. Вот видишь как? Вообще. Я теперь эту бумагу только на круг буду ловить. Вот для этого она как раз подходит. Почему у нас в пенсионном всегда это? Туалетки нету? Нет, в пенсионном нам давали бумагу, а здесь не дают, у каждого свои. Ха. Ну, наверное, потому что так надо. В этом я точно уверен, Кис. И знаешь что? На самом деле, люди, которые поддерживают нас, которые
любят смотреть наши трансляции. Их здесь нет. Как это возможно? Кис. Что? Я не понимаю, в чем проблема дать нам возможность жить. Блин. Выживать. Может, заодно поговорить с этими чуваками еще? Ведь мы! Мужчины! Непоколебимы. Да, кстати. Где эти находятся? Там. Чуваки, как они? Седобороды? Нет. Бури? Да. Нет, эти. Даэдра это? Нет, нет, ну... Да хрень. По квестам, это... глянь, Кис, по квестам. Арнгей. Арнгей. Да. Yeah. Арнгей. Вот. Арнгей Тотал. Арнгейром. Вот. Арнгейром? Да, Арнгейр. 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 Аркейн Бут. Подожди, это же был Арангейн? Нет. Арангейн. Арра. Не Арангей. Не Арангей. Да. У меня тут спинка вылетела. Как это? Из стула. В смысле? Пам-пам. Ты сломал ее? Да. Да, Кис, я ее сломал снова. Ну ты чё, это фамильные стулья. Фамильные стулья. Фамильная ценность. Это говорят с посудой, фамильное, это серебро, ничего себе, фамильный сервиз. А фамильные стулья это бред. Всё, нет, я, нет. Я починил, моя женщина. Но где живет Арнгей? Орангутанг. Нет, тоже, правда, вспоминай, где мы этот... там еще драконий крик. Помогали этой женщине, как ее там. Не помнишь? Я статики наелся. Офигеть. Нет, это не то. Господи, где же? Где находится эта фигня? Нам надо найти. Может тут? Путь Кэджи Кисы и история о том, как я снес яйцо. Видишь как? Угу. Мы с тобой снесли яйца. Здесь, наверное, да? А, ну, если маркер туда тебе ведет, то да. О! Че всем? Громила. Привет. Отлично. А. Ты не могла понять, что это он, враг. Да. Не написано же. Это судьба, она зависит от нас. Лишь мы люди, которых приучили ауч. Великие даэдры. Так, я думаю, надо... надо в голову не обязательно же. Я обожаю стрелять с лука в голову. Это же такой просто... Это топ. Это буквально разрывает все рамки вообще. Максимально. Никого там не было. Господи, Зай, я настолько вот люблю эту игру. Знаешь, насколько я ее люблю? Насколько? Вот, чтоб ты знала, что это вот этот грамм несчастный, ясно. Он настолько килограммовый, что... Эта игра, господи, пошла она настолько... ты. Эта игра настолько, она очень крутая, понимаешь? Угу. Это Skyrim, это The Elder Scrolls, понимаешь? Собрать это кровь. Древние свитки, The Древние свитки, понимаешь? Древние. И если, да, если Skyrim это прекрасная игра, то Контра на Сегу это просто детский вопль. По сравнению со Skyrim, понимаешь, это просто... Я не понимаю, что ты сказал. О, господи, это настолько мощная игра, я ее обожаю, господи. О, мой бог. Мне кажется, здесь... в этом есть какой-то сарказм. Нет, нет, Зай, ты не понимаешь никаких сарказмов. Я даже не знаю, что это за слово сарказм, козёл, пойми. Козёл, иди сюда. В общем, Зай, это невероятно. Подожди.
Ты понимаешь, что вся суть игры Скайрима заключается в том, что ты постоянно ищешь древний свиток. А? О, смотри. Твою мать, ты проткнула. Господи, я проткнула. Только в этой невероятно. Боже. Ну тошно, блин. Кис, только в этой игре можно проткнуть чертово тело какого-то ганжубаса и уничтожить его. Боже мой. О, чёрт! У меня же голова от этого. Ох, твою болит. Мать, всё, я не могу. Болит голова. Надо лечить. Да? Господи. Ты же знаешь, как я обожаю, господи. Смотри, какая собака. Ну, хватит тоже, твою хватит. Твою мать, детализация всё. Собаки. Пошёл отсюда. Куда ты пошел? Чай иди сюда. Отлично. Сделай что-нибудь вкусненькое. Я не женщина, чтобы на кухне что-то там сготовить вкусненькое. Кис, это, тебе чай налить? Конечно. Собаку там не убивай. Принеси мне медведей. Я буду жрать медведей. Принеси мне 4 медведя. Пожалуйста. Пожалуйста. Отлично. Я жду. Расскажи зрителям, что там. Я хочу попробовать. Хочу попробовать поговорить с Аароном Гейном или как. Блин. Сейчас. Давай просто будем называть его Аргей. Аргей. Да. Аргей. Все. Без всяких Арнгей. Да, Аргей. Все. Будет проще, будет понятнее. Так, Помисборн, это сделали. Эсборн. Глотка мира, бла-бла-бла. Где эти? Черт. Как успехи в этом прекрасном... Господи, насколько эта игра просто, она ну, чудесная, тоже. Кис. Я не могу прекратить восторгаться этой игрой. Твою мать, какая же эта игра! Ну что ты, господи. Ох, господи, я только сейчас понял, там же можно, блин, за кота играть, твою мать. Так. Арнгей? Гей, Аргей, да. Правильно. Правильно произносишь. Мне очень нравится вот твой маленький красивый мозг. Спасибо. Нет, маленький, он, красивый он мозг. Маленький, но, Зай, ну ты, угу. Ты подумай. Он маленький, но при этом он... Прямо как он у страха. Он очень развитый мозг. Понимаешь? Маленький и этим потому что, Зай, ну только, господи. О, твою мать, какой же это крутой мозг. Я в шоке. Просто. Ты уже фу. Не это. Нет? Нет. Не подмажешься. Не подмажусь? Может, я как нутелка такой? Че это было сейчас? Ты схавать палец хотела? Откусить его хотела. Дай мне его. Ты просто... Дай мне его. О, черт, ты просто адский маленький. Господи, это нет, прекрасно. Нет, мне кажется, да? Это враг. Фух, господи, мам. Давай, убей. Убей им. Подожди, надо проверить. Да, да это враг. Ты молодец, Кис. Правильно, сначала проверила, потом все. Правильно. Я ожидал от тебя такого хода, это прекрасно. А, кто у нас пришел на канал? Ребят, здравствуйте, мы приветствуем здравствуйте. Вас на... Да, как? Ну-ка еще раз. Подожди, Тош, у меня тут здравствуйте. Месиво идет.
Привет, всем привет. Привет, Господи. Всем. Ну, тебе будто наплевать на зрителей. Ну нет, ну ты видишь, у меня тут сражение идет. Прекрати это, прекрати. Я смеюсь, как черепашка. Ходячие. Я ходячий апокалипсис. Нет, я хотела сказать плохое слово, потом... Потом ты подумала, что... Прям... О, я же не матерюсь. Я же милая дама. Вообще-то я не матерюсь. В смысле? Но ругаться я могу. Ругаться? Конечно. То есть материться — это не ругаться? Но я же не матерюсь. Это типа... Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, ты засранец вонючий. Не, я же так не, не знаешь? Это же топово вообще. О, собрать кровь, да. Отлично. Добыть кровь и снова это. Ребята, очень вкусная конфетка. О, кстати, точно, я, наверное, так и сделаю. Оп. Отлично. Все, играй. Аскарим! Класс! О, Господи, я его ногу, оказывается, тащила. О! О, ну, зацензуйте это, Господи. Как это зацензурить? Все, не надо. Расскажи поподробнее про эту конфетку. Смотри, он задумался. Смотри, чувак задумался. О жизни. Такой, о, быть или не быть. Вот в чем штаны. Ты забрал его штаны, зачем? Ты раздел его. О, ну. Я хотела. Я не признавался тебе, но... Там что-то есть? О, черт, не... посмотри, какая у него венистая нога, посмотри. Черт. Кажется, они нарисовали даже там, я вижу муху. Кого ты видишь? Тихо, тихо, цензуру, цензуру надо. Да-да. Ну да убери ты эту к чертовой матери. Веселый Скайрим. Ты видела... Ты видела нордовский мохнач? Борый мох? Борый мох! О, черт! О, я аж прослезилась. О, бедняга. Ужас. О, я теперь не смогу спокойно. Отпусти ты его, Господи! Отпусти. У тебя власть над этим каджитом. Да. Я забыла про это. Черт, просто какой-то ерундой сейчас занялись, надо было в принципе играть детей и все. О! Но мы так играем. Мы так не играем. Я хоть что-то скушал сегодня. Что? Угу. Я целый холодильник наготовила, и ты говоришь, что ты хоть что-то сегодня скушал. Конфету. Это кто? Где этот чел? Ладно. Надеюсь, все получится. О, боже мой. Потому что что-то пошло не так, явно не так. Что же, кис, пошло не так-то? Ну, когда я в прошлый раз играла... Я была, значит... Ты была взбудоражена просто данным. Нет, когда в прошлый раз играла, так. Я была в тесных отношениях с этим ярлом. И он без проблем позволил мне пригласить этого. По-моему, так было. Алдрот не даст нам прямого ответа. Мы за вот этих будем. За кого? Вот за синих. Я не был бы, да? Кто сказал? Братья Бури? Ну, да, это. А, так это ж Норд. Да. А Ярл Гудрик? Не знаю. Ты поняла, о ком я? Нет. Бай. Бай-бай. Это ужас какой-то. Тоже верно. Ну, на самом деле, если подумать, то можно и не думать. Мне всегда нужны умелые бойцы. Не все могут похвастаться тем, что выбрались из Хелгена. В последнее время всех преступники записывают. Если все, мы выбрали сторону. Останется в прошлом, ты будешь отважно. Мы просто в прошлый раз, когда я играла, за имперцев, поэтому сейчас мы будем... Ты? А почему ты имперцев выбрала на тот раз? Ну, так как-то сложилось. Я даже не знала, что мне будет предстоять какой-то
выбор. И поэтому я вот, ну, как бы шла и просто так. Получилось, я потом как бы выяснила, что, оказывается, я выбрала сторону. Я такая... И ты была в шоке? Да, вообще. И потом я сражалась и убивала. Кис, в чате попросили помахать ручкой и сказать привет, привет зрителям. Оценят тебя и прикинет, где лучше применить твои таланты. У меня послание отсюда было. Чего? Ничего. Чего там? Чего они хотят? Не знаю. Конечно, о, он телепортировался, он тут стоял, потом там оказался. Это Лависка Лима. Но политическая... О, кто-то тебе написал. По-прежнему очень деликатная. О, классно. Какой милый мужчина. Ты смотрел ли? Да это не я. Да я тебе... Да это не я. Я знаю, что это ты. Ужас. Пожиратель мира из древних сказаний. Нельзя на стриме этим заниматься, это запрещено. Точно? Целованьками нельзя. На Твиче написано, целоваться на камеру нельзя. Правда? Это интимная подробность жизни личной. Блин. Да. Простите, мы нарушили правила. Поэтому мы просто... Я не знала. Но незнание не освобождает от ответственности. Что ты сейчас сказала? Слишком сложно воспринимается это для мужского уха, недоразвитого человека. Незнание закона не освобождает от ответственности. У меня среднее высшее образование. Ты мне давай тут не грузи всякие эти шарманки. Среднее специально? Среднее, да? Да. Я об этом сказал. Вот, мы за синих, смотри. Так. Красных больше. Так. Черт. Точнее, я... Это как-то связано с тем, что мы делали? Если мы возьмем город без боя, нет, тем лучше. Хорошо. Мы начинаем сражение, мне кажется. С кем? Блин, мы что, войну начали? Нет. Мне сейчас не нужна война. Мне сейчас нужна дракона. Это я не хочу сейчас эту линию проходить. Так, Кис, сейчас открой, пожалуйста, задание. Да, да, да. Ты задание. Правильно вещи, да, говоришь. Давай, смотрим, какое мы сейчас задание будем выполнять. Поговорить с генералом Туле. Туле. Тул. Да. Мы идем, говорим. Всё. Ребята, выполняем задание. Найти генерала Тулия. Поехали. Солитиде. Можно мне, пожалуйста, зеленую? Зеленую? Да. Подожди, я хочу. Чё? Чего? Ты же достала зеленую, алло. Пять. Алло, моя женщина. О, ну. Что? Ну, плохо. Кому? Но давай играй, я тебе достану. Подожди, подожди. Ой, чёрт. Я хочу красивую, чтобы... Вот так сделаю. Да, я сделаю. Так. Эй-хей-хей! Привет! Скайрим! О, обожаю Скайрим! Моя любимая игра! Я похожа на Дауна с таким голосом. Ну это ж конфета просто. Твоя конфета. Ты хотела зеленую? Да, можно. Спасибо. Просто подумай, какие-то дауны сидят, тыщат конфетами, да? Да. Подожди, а тебе открыть? Поговори с легатом Рикки. Подозреваю, что нам пригодится такой человек. Я не понимаю, я что, из-за тех, из-за тех? Ух ты, ёб твою мать! Ну ты чего, Тош? Ну ты сегодня со стульев только и падаешь. С каких это стульев? Нет, больше не о чем. Тут только один стул, который... Если передумаешь, поговори с легатом. Так. Чего от меня хотят? Что? Оп. Нечего так вот сделать. Мне надо вот эту штуку сюда привязать, я думаю, вот так вот чтобы обмотать ее, и это с голову можно было ложить вот так. Ну-ка, если я буду держать. Ну-ка, сейчас. Удобно? Угу. Очень? От них много неприятностей. Это что? Это скинка. Стула. Ну, конечно. Ну, так вот, когда она здесь, не очень. Ну, конечно. Ну-ка, отдай. Я это сделал. Тебе конфету-то открыть, не? Блин, я не могу никого убедить, я вообще, у меня убеждение на нулевом уровне. Нам надо было прокачивать, вот, тогда бы мы со всеми... Вот у тебя когда-нибудь кошка твоя домашняя, которая, она тебя убеждала в том, что нужно поесть? Акис, ты согласился? Меня слышишь? Да, я просто думала, что мне ответить. Хорошо, тебе надо было подумать для начала. Короче говоря, у нас, ребят, каджи. Сейчас, может, мы можем как-то предотвратить войну, нет?
Можем. На, хавай. Это единственный шанс предотвратить войну. Хавай. Ты рассказал про эти конфетки? Это конфеты, ребят. Как они называются? Они называются конфета. Нет, они называются макаруны. Макаруны? Да. Руны. Макаруны. Да. Это руны Драгонборна. И они с очень вкусным кремом, как... Драгонборн. Как в этом. Да. На что этот крем? Крем, смешанный с птичьими выделениями. Вкусные конфетки. Да. Учитывая то, что можно эту конфетку использовать как фейс для камеры. Да? Мои разведчики докладывают другое, генерал. С каждым днем под его знамена встает все Кис. Больше людей. Знаешь, что я думаю? Mm-hmm. Господи, Скайрим, это такая топовая игра. О, боже, опять ты начал свое. Господи, твою мать, а какая-то топовая игра. У нас же Каджит. Киса, покажи кису. Покажи кису. Покажи нашу кису. Давай, кис. Покажи. Вот, нет. Видишь, говоришь. Так. Там будет... Мирные, я организовала мирные переговоры. Хорошо, кис. И если мы вместе сплотимся так. против дракона, это будет просто Погоди. Идеально. Погоди, кис. Покажи им. Что показать? Нашего убийцу Каджита, кис. Сейчас, Хорошо. Подожди. Давай, ты должна. Пока пусть и знаешь что, и... Давай, давай. Встань повыше, да. Это, короче, киса, который одел на себя банку из-под шпротов. Вон у него хвост. Пятнистый хвостик. Да. Киса по имени Крэш. И это самое. Чё я хотел? Я на себя могу хотел вот так вот сделать, чтобы хоть как-то, типа, быть в кадре с тобой, понимаешь? Видишь, на какие жертвы я иду. Я хочу попасть в твой кадр и жертвую камерой. Вот сейчас... Смотри, смотри, кто пришел! Смотри, смотри! О, привет! Кто, знаешь, кто это? Это киска стрим. Сами камни, которые посвящены миру. Хорошо. Привет, киска стрим. Здравствуй. Это чье тут? Киси, ку-ку киси от кисы. Киса. Что ты там нашла, волос? Вот. Киска стрим, как твои не дела? Не волнуйся, я хочу согласиться на мир. Как твои дела? Слава богу, не кука стрим. Да, я как-то вроде заходил и случайно назвал твой канал кука стрим. Уж сори. Я... Кука стрим? Да. Почему? Ну, потому что там по-английски написано буквами, и я не прочитал это как транслит, понимаешь? И сказал кука, я даунтаун. Кука. Кстати, у меня есть одна идея хорошая. Это уже норма. Не ты один, конечно. Но видишь, вот с первого взгляда как бах, и хочется быстренько сказать. Но нет. Ты самое интересное пропускаешь. Ты как смотришь? Нет, я смотрю, я вижу, да, старые зэки. Деды Морозы. Ну, я что сказал? Зэки. Нет. Деда Мороз. Фух, конечно, да. Ну-ка, что тут будет? В этом, конечно, вся проблема, но я очень люблю Деда Мороза. Я до последнего... Куда мне надо пойти? Господи. Скайрим, это топовая игра. Я обожаю Скайрим. Сесть на место. Значит, иду прямо. Налево, так, прямо, да. Направо. Точно. И знаешь, можно еще как сделать? Можно продумать план. Мы берем армию Дедов Морозов, запихиваем их в мешок праздничный и дарим детям. Они что-то говорят. Они говорят, эй, я старый зэк. А, вот они, я их искала, они я пришли. Я женщина, да. Они пришли сплотиться? Что? Интересно. Сплотиться? Это две стороны, которые как бы враждуют, они пришли договариваться, типа, наверное. Оргия. Мы же выбирали либо за них, либо за них. Хотите?
Проходите, нам сказали. Оргия, значит. Да. Ну, хорошо. Это неплохо. Смотри, интересно. Киска стрим, ты так и не ответила. Как твои дела? Как у тебя дела на стриме? Смотри. Сейчас тут будут идти какие-то переговоры. О, мне дали пивную кружку, отлично. Разве? Да. Так у тебя... Почему она пустая? Ну так, попробуй ее взять, ну не в инвентарь, а взять и уронить, чтобы это было типа, я не пью. Пошли вы. Опа. И вообще, черт возьми, подожди, как встать? Да как обычно, тишь да гладь, и мухи не летают. Мухи всё, не летают. Все, никто не будет пить. Никто не будет пить. И вообще, вот так вот. Теперь ты понимаешь, насколько Skyrim просто... Господи! Насколько Skyrim... На тебе! Я пнула кружку прямо в него. Насколько Skyrim чудесная игра, ты чувствуешь? Я выполнила свою миссию. По-простому тишина мертвая. Мертвая тишина, почему? У тебя же должно быть много людей, много зрителей, как бы. Ты же хороший стример. Главное на камеру показывать сиськи. Мы уже сделали уже сделали вывод насчет женской груди на стриме. И собственно... Да. В общем, суть-то в чем? Мы смотри. не показываем грудь. У нас идут переговоры, смотри. Так, все смотрим. Если вы будете спорить об условиях проведения переговоров, то мы ни о чем не договоримся. Я думаю, стоит послушать, что скажет нам Довокин. Я думаю, стоит послушать. Рода из мира. Ну и наглые же эти имперцы, а? О, не просто сиси, а сиси со сгущенкой, которые льют по сисям. Тогда успех обеспечен. Мы же сегодня купили сгущенку, да, Киса? Киса? Да, мы купили сгущенку. Купили сгущенку? Да. Ты что там надумал? Чего? Чего я там надумал? Куда ты пошел, ну-ка? Нет, ты переговаривайся, я сейчас... Ты пошел за сгущенкой? Но у нас нету самого главного, сиси! Так... Он всем. Вот. Вот он. Это густая сгущенка, прям как с детства. Она отличная. Доставайте на мужские лейте. Так. Что делать-то, как это вообще? На мужские лейте. Как раз продепилируете. А, не, у меня... Не, не нужно, там этот, все. Там уже все... Это... Мы же в бассейне плаваем, чтобы... собственно... Открываешь, берешь ложечку, черпаешь, поднимаешь маечку и льешь. Нет, нет, у меня нету майки, у меня футболки только. Так, как бы... Тут, как это делается-то? Так... Ну-ка. Так, да? Тихо. Почему она мокрая? Я вот, ну, вот с этой стороны, где сухо, она мокрая, потому что я уже от идеи просто загорелся, понимаешь? На футболочку, нет, нет, не хочу. На футболочку это слишком пошло. Посмотри, ну как такую милую футболочку можно запачкать? Вот, да, вот так. Так, сиськи есть, сгущенка есть. Все, сиди спокойно теперь. Да, сижу. Все, ждем зрителей. Такая это ловушка, да? Мы собрались здесь по просьбе Довокина. Я прошу вас всех уважать. Все, ждите успеха, хорошо. Тихо. Мы ждем. Мы будем ждать. Да. Сейчас он переговоры как раз. Я надеюсь, пройдет успешно. Пройдет успешно, да? Угу. Открыть переговоры. Так. Фух. Сейчас пойдет. Тихо. Так вот зачем ты здесь, Ульфрик.
Спасибо, киска, стрим тебе за помощь большое, за совет. Мы очень надеемся, что это поможет. Я 100% уверен. Одна девушка за каждый донат выполняла желание, типа съесть полкило соли или разбить об голову яичко. Тоже как вариант. Нет, мы старым проверенным способом, сгущенка, сиськи, все есть. Тихо! Так, тихо. Все, все. Не смеши меня. Все хорошо, хорошо. Все, сгущенка есть. А, вот. Просто не смеши меня. Хорошо, хорошо, не смешу. Давай. Индус. Так. Я знакома с афроамериканкой. Так. Ее зовут Клаудия. Так. Она из Камеруна. Так. Ну, я когда на учебу ездила, познакомилась. И черная женщина обмазывается сгущенкой. Нет, ну прекрати, прекрати, нет. А у нее, значит, просто идеальная осанка, прям такая. Так. Ровная спина. И прям она такая. Такая прям. Вот. Да. Подожди. Честно, подожди, нам удалось. Только я все прослушала из-за тебя, и я не знаю, что ответить. Так, от этого зависит ход войны. Твою мать, это все же... на меня смотрят, они ждут моего ответа, господи. Подожди, это как в школе, сейчас я знаю, что делать. Эники-беники? Нет, попросись выйти. Нет, ну тут нет такого варианта, нет. Ладно, хорошо, тогда за я. Помощь друга, я беру помощь друга. Хорошо, я твой друг. Давай. Да, у нас есть кто-нибудь, чтобы помочь. Киска стрим, так как ты у нас активный идейный генератор, давай вот. Вот. Мы, короче, передаем банку сгущенки на Сиси. Так. Держите, Сиси. Держите? Да. Все, киска стрим. Передавай энергию в банку сгущенки и выбор ответа, собственно. Давай, какой ответ? Давай, пиши. Быстрее, пожалуйста, а то сейчас все замараем тут. Давай, мы ждем. Они смотрят на нас, они ждут ответа. Пожалуйста. Первый. Они все смотрят. Там просто мнение спрашивают. А! А! Я думала, решается это. Это же топ. Вот. Я ждал от тебя большего. Блин. От тебя большего ждали, если ты не смогла оправдать их ожидания. Теперь я вижу, к сожалению. С империей. Блин, все идет не туда, куда. А куда может пойти еще? Банка сгущенки передается в зал. Подожди, Тош, вот самое это интересное и все пропустили. Тут? Хорошо. Да, пошло все не так. Пошло все к черту. Как я хотела, да. Пошло все к черту, конечно. Они обсирают друг друга. Все. Все? Все закончено. Тогда доставай лук, Хаджи. Пим-пим-пим-пим-пим. Прекрати. Давай серьезнее. Хорошо, все, все. Подожди. Слушай, смотри, да, мне интересно. Тем более я слушаю. Нет, ты мне потом перескажешь ночью. Нет, но ты меня отвлекаешь, сама не понимаешь. Хорошо, слушай. Все, все, молчим. И я советую вам обоим послушать, что он скажет, прежде чем принимать поспешные решения. Вы не видите опасности? Не понимаете, что означает я всех собрала драконов? Твою мать! Алдуин вернулся. Пожиратель мира. Уже сейчас он пожирает души ваших павших товарищей. Он становится сильнее с каждым результатом. В мысленной войне. Неужели вы не можете забыть о ненависти даже перед лицом? Подожди. Не отвлекай. Читай, вникай. Ну я вник. Заткнись. Заткнись. Если это правда про Алдуина, нам обоим есть что терять. Тут не забывай. Не забывай. Вернемся к насущным делам. Нет. Не надо мне впаривать овечью мочу и говорить, что это мед. На такие условия я не пойду. Наверняка у тебя есть на этот счет мысли. Еще как есть. Вы отдадите нам Фолкрид.
Сидгейр уйдет. А Денгейр Стунский станет ярлом. Сколько у тебя еще требований, Ульфрик? Хочешь, чтобы я отдал тебе весь Скайрим? Так, что там? Боюсь, у меня нет выбора. Из-за того, что мы слушаем переговоры, Стим настолько скучный, что можно сгущенку относить обратно в холодильник. Блин, почему они мне дают выборы? Что скажешь, Давакин? Стой, подожди. Не торопись, кис. Не торопись. Возьми. Возьми. Ну подожди, ну тоже давай серьезнее к этому отнесемся. Нужно сделать правильный выбор. Серьезнее к этому отнесемся? Возьми. Выбирай. Соглашусь, империя... Нет, империи не нужно отдавать другие территории. Нет, империя и так много территорий захватила. У них должен быть баланс, кис. Да, да. Давай. Вот это? Да. Я вот. Сказал нет. Вот это империя должна отдать. Подожди. Империи не нужно отдавать другие территории. Соглашусь, империя должна отдать Фолкрит. Это только Фолкрит. А, это типа самой империи не нужно отдавать. Ладно, давай соглашусь. Хрен с ним, давай выбирай. Ты говоришь, как истинный сын. Сын Скайрима. Думаю, киса, киса Скайрима. Котенок Скайрима. Господи. What the hell? Мне кажется, я знаю, что это. Тихо, Тош, пожалуйста. Нет. Тош не за рулем. Ярл Игмунд уйдет. Кажется, все хорошо. Все хорошо? Угу. Получилось? Ну да, но тебе не интересно, что? Мне интересно, просто ну, ты балуешься, как будто тебе вообще все. Ну, я же не слышу в наушниках, верно? Ну, надо как-то сделать, чтобы ты тоже... Ну, нельзя так сделать, пойми! Нельзя! Так неинтересно, мы же вместе играем. Вместе играем, ты мне потом рассказываешь завтра. Я не смогу тебе все рассказать. Потому что Ярл умрет. Никто не умрет. Даже я держат свое не умру. Пока имперцы держат свое. Что скажешь, Элиси? Нравятся тебе эти условия? Говори. Наверняка генерал Тулий ждет твоего приказа. Мне нечего сказать этому убийце. Убийца. Генерал, вы показали себя добрым другом Скайрима. Я уверена, вы сделаете все возможное, чтобы защитить наши интересы. Спасибо, Ярл Элиси. Благодарю за верность. Кто-то. Империя может принять эти условия. На срок временного перемирия, пока драконы не перестанут угрожать нам. Потом, Ульфрид, придет час расплаты. Жди его. Пойдем, Галмар. У нас много забот. Потеря Маркарта – высокая цена за перемирие Давакин. Надеюсь, дело того стоит. Все, мир. Но на время пока вот они сплотились. На время драконьих нападков, да. Скажи слово. Фух. Ну знаешь, что я могу сказать по этому поводу? Но есть одна трудность. Как это прекрасно. Ну ты меня отвлекаешь так. Играйте. Прошу вас. Вы же не пропустили эту мелочь. Прошу вас, играйте. Ну, еще не все, что. Я работал в библиотеке храма Небесный Гавр. Господи, бздят и бздят. Что? Так, да. Ладненько, удачного стрима, пошла в Палладов. Давай, счастливо. Пока. Спасибо, что зашла. Тебе тоже хорошего и удачного стрима. Стрима. Похоже, я смог определить одного из драконов, который... Имена драконов это всегда три слова силы. Крики. Назови дракона голос, и он услышит, где он не обязан принять. Драконы от природы горды и не отвергают вызова. Представь эти каменные стулья, какие холодные.
Нет, они теплые, потому что их задницы, они горячие. Он не сможет удержаться от того, чтобы ответить на твой зов. Да, конечно, я не мастер голоса, как эти достойные господа, но это написано в этом свитке. Я в шоке. Я тоже. Согласен. Ой, изучено слово силы. Какое? Не знаю, но что же штуки помогут. Посмотри. Тихо. Есть еще одно дело. Мы знаем о Партурнакс. Нет. Что? Типа ты не знаешь, что это, что они хотят с ним сделать, ты еще не в курсе. Вот, видишь? Надо было то сказать, что он помог. Нет. Пока он жив. Они бы сказали, типа, а, ты знаешь, где он? Типа, отведи нас. Сейчас посмотрим, что есть за выбор еще. Вот. Видишь? Решайся, Довокин. Ты либо с нами, либо против нас. Это же мастер клинка, да? Ну, в смысле, клинок? Да. Нет. Надо идти против нее. Да, я его не буду выбирать, я в прошлый раз тоже не выбирал. Они по-любому заблуждаются в том, что он что-то сделал плохое. Пытались они остановить граждан? Нет и нет. Поверь мне, не нужно бояться. Подумай о Тайбере Септиме. Думаешь, он основал бы империю, если бы слушался Седобородов? Это жесть. Это буквально жесть. Тебе надо, иди и делай это. А то офигела еще. Ага, сейчас. Типа, иди. Убей его. Нет, тихо, все. Не надо. Шавка. Не надо. Она того не стоит. Мы помогали, я, она помогала. Мы в расчете. Петь у меня. Чего? Да. Вот, не выбирает спина. Мне надо, наверное, подставить здесь что-нибудь, подушечку какую-нибудь. Зай, там, может быть, новые зрители пришли? Я не вижу. Ну-ка. Скажи что-нибудь. Подушку не жду. Так, сейчас. Как-то надо, блин, так сделать, чтобы я хотя бы здесь сесть мог. Господи. Так что... Ой, все условия тебе, да? Вообще все условия, я жду. Сижу как как этот, король. Как монах. Патронтракс этот. Партурнакс. Вообще пофиг. О, хоть. О, нормально. О, хорошо. Так, что мы можем тут вести? Какие команды веселые? Так. Да хранят тебя боги в бит, как я и обещал. Мои люди готовы. Большие цепи смазаны. Мы ждем твоего сигнала. Так. Так. Круто, да? Знаю, что делать. Сделай только свое дело. Я доверяю тебе судьбу своего города. Мы достали его из пещеры. Так, что-то там надо. Ну, дайвинга. Что? Дракона. А, это который заперт? У них там. Какой дерзкий мальчишка. Надо ему ремня дать. Сапоги лизать. Угу. Так, а что нам скажет? Мы готовы, начинай. Вот это. О! О! Привет новым зрителям. Да, здравствуйте, гайс. Так, что? У нас что? Уже наоборот меньше стало. Что происходит? Что мне нужно сделать? Тебе нужно понять. Почему нет инструкции? Инструкции. Призвать в драконий предел. Тебе, наверное, надо в драконий предел топать. Ну вот я здесь. А, ну да.
Зов дракона. Да. Я призываю тебя в час да. нужды. Потом можно... Можно будет на нем кататься. Ты хочешь заманить сюда дракона, да? Да-да-да. Эй, осторожней, что ли? Победить и хочет, захватить от Давинга. Слышишь? Ну-ка, посмотри-ка на... О! О, нифига. Ой, подожди-ка. Там же у меня есть крик. Который драконобой. Драконобой. А, вон, да. Да. Где сможем он? Его... Где он? Где он? Он объехал. Вот он. О, да-да-да, вот он. Кис, стреляй в него. Зачем? Ну, убить его надо. Нет. Мне нужно его заманить сюда. Да. Блин. О, аккуратнее. Подожди. Я не могу ждать. Мне нужно заманить его и нажать. А, все, его поймали. Изи. Бедняга. Тебе пришлось постараться, чтобы поставить меня в это унизительное положение. Инси Фалдуин? Нет сомнений, ты хочешь знать, где найти Алдуина. Реникваза. Верные слова. Алдуин Бувуль. Я прилетел на твой зов еще и потому, что хотел испытать твой тум. Многие из нас начали сомневаться в праве Алдуина на власть, в том, что его тум сильнейший. Среди нас, конечно, Мунимие. Никто пока не осмелился открыто противостоять ему. Ты пробовал уже? Нет, не хочу. Ириска? Ну, походу, но... Он слад просит. Тысячи извинений. Тупая? Я отвлекся. Невкусно? Арм. Он отправился в Саунгард, чтобы восстановить силу, пожирая Селесиор. Души мертвых смертных. Саунгард ему попадет. Эту привилегию он ревностно переживет. Там его победим. Его врата в Саунгард. Кого? Находятся этого? В Кулдафне. Алдуина? Да. Да? У тебя что-то висит. Где? Это перо. Так, я люблю с пером висеть. Мне не нужно предупреждать тебя. Ты ешь на стриме? Ты опасная. Твич запрещает есть на стриме, если тебе меньше 20 лет. Теперь, когда я ответил на твои вопросы, ты отпустишь. Но тебе только недавно исполнилось 20. Ну, у меня же 20, значит, можно. Нет. Если ты полностью овладела искусством 20 лет, тогда да. Но ты еще пока не овладела. Не овладела. Так, все. Пора мозг вытаскивать. Ему пора отдохнуть. Новый зритель? Только это. Да. У тебя тум, как Привет, новый зритель. Точно. Ты никогда не попадешь. Здравствуйте, ребят. Конечно, я могу отнести тебя туда, но меня придется отсюда выпустить. Аран, ты обижал. Иди и проверь мои слова. Зуни Бонолхен. Я буду здесь, если только Алдуин не вернется раньше тебя. Ты хочешь принять мое предложение, Аникан Крон? Ты отпустишь меня, Ролан? Что долго мы с ним? Я пообещаю отнести тебя в Скулдам. Аникан, можешь мне доверять. Освободи меня.
Отлично. Господин, вы не представляете, как долго я ждал такой возможности. Я был бы безмерно благодарен. Наверное, надо поговорить с кем-то. Вон, типа, по маркеру что? По маркеру зай. Он лишний, наверное, надо думать. Уйди, маг. Кто-то говорит, что нам надо на топ. Ты хочешь выпустить этого дракона? Это будут твои похороны. В следующий раз пусть кто-нибудь другой тебе помогает. Готовьтесь открыть западню! По-моему, это очень плохая мысль. Продолжай, солдат. Все идет по плану, давай. Ну, я уже на нем. На ком? Как так? Тупит, опять лагает. Не пора ли тебе увидеть мир так? Только дома. Давай, Кин. Давай-ка, дракон, покажи нашему кису. Как это? Летать. Е! Саран-Ут, я жду твоей да-да-да. Команды, как пора. Обещал. Загрит-Ут. Предупреждаю, единожды пролетев по небесам Кейзаль, будешь вечно завидовать то. Круто. Ого. Аматив, Мубоко, Динстин. Киса покатается на драконе. Наконец-то. Киса и Спайра. Угу. И прицел такой. Круто. Это... необычно. Прикольно, я не знал, что в Скайриме настолько вот интересный момент есть. Его потом вроде как можно вызывать, и он будет сражаться. Mm-hmm. Правда. Mm-hmm. Я не доходил до этого момента. Я дальше что из сраной двери, которую мне не удалось открыть, не доходил. Он наш друг. Тихо. Friend the Dragon. Эть? Ты молодец, но ты его не убила. Ого! Так прицел сбил. О, черт. Что? Это дракон. А, это просто дракон? Это очень странно. Я забыла, что тут очень много всякого. Может, мне его позвать? Ну-ка попробуем. Может, драконным боем лучше уронить его и все, вот этого дракона. Ну да, можно. И убей его. А ты чего звать-то зря? Пускай поспит. Блин, где это? Вот он. Драконобой сразу, чтобы он не улетел. Так, накидывай его. Так. Это вроде слабенький просто дракон. Слабенький. Но он от фалмерских стрел очень мало урона получает. Фалмерские это самые тупые. Он меня хреначил. Ну, ничего, еще, ты еще один огонь перебежи. Так. Все, хиляйся, хиляйся. Давай. Уф, битва с драконом, Довокин, Довокин, и дракон на небесах. Где это? Здоровье, да? Да. А, нет, запас здоровья увеличен. Вон, зелье лечения, лечение надо искать. Лечение, вот, конечно. Все. Ты козёл, на тебе. Сзади такой подошел и у меня. Поплатился, да. Помер поц. Что за дичь, кис? О, блин. Чё, места нет уже? Да. Так. Ты же там чьи-то штаны взял, да? Да. Одежда. Ну-ка. Древний свиток, к черту, 20 веса. Выкидывай его.
Конечно же нельзя, киска уже. Это же древний свиток, это же Elder Scroll. Да. Ошейник киси. Шейник меткости. Бивень мамонта, давай выкинем. Это Таллинджея нужно отнести, тоже поэтому. Ну ладно. Ой. Давай его выкидывай. О, господи, может нам все сначала надо отнести? Нет-нет, руду не надо. Это мы кузницу будем качать. Короче, ясно. Перышко выкини. Один факел выкини, не нужен. Ну хотя бы так. Ладно. Ну еще надо. Шкурку давай, волка скинь. Еще что? Ну давай, штанишки тогда выкинем. Какие штанишки? Ну, одежда, одежда. Я тебя уже выкинула. Давай посмотрим, что еще можно. Одежда. Так. Так. Это сколько весит обруч с сапфиром? Ниже. Вес 2. Ну, серебряный обруч с сапфиром. Вот, выкидывай. Все. Нам хватит. Ты богладила. Слушай, а ты можешь отсюда попасть в Эйтран? Ну, да, наверное. Переместиться можешь? Посмотри, есть возможность. Так, White Run. Вон, чуть выше. Вроде вон. Выше, 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 кис. Нет, он здесь. Вон. Ага. Враги рядом просто. Просто мы сейчас можем набрать чешуи, то есть всякое, выпить зелье для переноски груза на время и переместиться быстро. Чтобы там все скопить и супер. Видишь, какой умный поц? Сейчас фишку, кис. Можно переместиться. Умный поц. Да. Да ты вообще мозг? Я вообще мозг. Мозг. Быстрое перемещение за этой. А, это же такое место, откуда нельзя переместиться. А, ну ясно, понятно. Ну хорошо, что да. Ну ничего, потом, когда обратно будем топать, все-таки. Скажешь просто чуваку, что типа стапит, я. Блин. Ну ведь мы могли тут очень много вещей набрать. А ты нет, ты подожди, ты знаешь, что сделай? В дракона отложи, наверное, все. Или все исчезнет. Отложить? Отложить в дракона прям. Да, я отложу. Так, что бы. Ну, руду в основном отложи. Драконья кость. Отложи кости, отложи бивень. Все отложи. Я сегодня отложил бивень. Но это ничего не весит. Ничего не весит этот крест. Давай все слитки, всю руду, все в него, в дракона. Хорошо. Камни оставь, они немного есть. Так, бивень. Так. Металлический слиток, да. Угу. Да, руду тоже. Золотую руду тоже. Угу. Так, камень. Угу. Ну, я думаю, достаточно. Да? И ну будет. Да, хватит, хватит. Ты в дракона положила же, да? Да. Хорошо, все. Угу, все, все. Забей. Хорошо, тогда. Да, вот. Сохранись на всякий. Я надеюсь, он. И это, вот знаешь, как сделай? Вот сохранись не так, а вот через вот эту штуку. Mm-hmm. Прям вручную. Да. И вот где мы вот тут. Сюда? Да. Да. Да, да, да. Все. Уф. Ребят, кто подошел? Зрители новые, здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Мы вас приветствуем на канале. У нас Скайрим, мы выполняем сюжетную линию. Сюжетную же, да? Да. Вот. Такие вот пирожочки. О, драл какой, смотри. Призрак. С болванкой бегает. Тебя вообще не видно. Тош, выгони это. Кого? Над моим носом. Пытаюсь найти. Ах ты, козел. Ты еще ее чувствуешь? Да, она тут летала, нет уже все. Я пытаюсь найти ее. Мое зрение не может сфокусироваться на маленькой букашке. К сожалению. Печально. Да. Такой тип. Тебе надо стрелы поменять. Зайди в инвентарь. Вот стрелы у тебя реально самый малонаносящий урон. Нет, не так. Не так.
прям через предметы, да, оружие. Оружие, так. Смотрим, нордская 10, двемерская сколько, 4, 4, 10, 10, давай нордские, нажимай, 10, это лучше. Как? Просто давай. Нажми на них, так. И ниже, ладно, неважно, давай, отстреливай. Они просто получше, чем эти фамильярские или как там, фалмерские стрелы. Ты можешь замедлить колесико мыши, нажимаешь там. О. Так побежал. Такой. Бумж. Можешь встать. Можешь встать, дитя мое. Вдруг тут еще какой-нибудь. Шанс стоит бомж. Да и ладно, не страшно. Мы бомжей не боимся. Че там? Чертополох. О, опять? Еще один. Нифига, круто. Ну-ка, ну-ка. Это конобой. Уф! Он задел его? Нет. Или на нем не работало. А вот он все равно сел. Отлично. Дракон. Ну-ну-ну. Стреляем ему в пасть. Так. О, это дичь. Может его фигачить этим, чем другим? Чем же? Булавой? Можно булавой. Тоже можно на него крикнуть, да? Другим. Криком. Ну, давай. Если у него морозное, тогда надо против него. Огненное дыхание. Да, давай. Ну-ка. Вот. Давай, кричи. Ай, не надо. Стреляй, стреляй, ну что, заяц, что ты? Просто жми без конца. Теперь драконобой надо. Видишь, там еще драугеров этих. Да, их не так много. Они вообще где-то там на балконах стоят. Забей на них. Где он, где он? Ух. Блин, ну как? Как это таки так? Блин. Кто там базарит? Стреляй, зайчик. У меня не работает. Блин, перезарядка у тебя идет, стреляй мне. Стреляй, стреляй, нормально. Крутить вот до конца надо лежать. Да. Я же там фигачит кто-то. Да, там совсем маленький урок. Так, давай, давай. Ари, можешь орать. А? Так, отойди лучше к нему урон, спасти. Ты его убьешь. Куда я делась? Прыгнула вниз. Ты провалилась под камни. Да. Что я делаю? Не знаю, его просто, его, в него просто кинуть две стрелы за, и он умер. Почти. Как ты. Воу, что-то. Я просто в него стреляла, видимо, и это просто... И просто вот получила. То, что тебе надо. Ладно, нет, пока нет, что... нет, нет. А, ты кости не взяла? Нет. Хорошо. Блин, я теперь заняла толщик. Откуда я пришла и куда мне идти? По маркеру, блин. Ну, вон, по ступенькам мне шли ночью. Еще вон справа какая-то дверь. Интересная. Хрень какая-то. Ты можешь встать. Когда там это твое время? Мое время? А я таймер не ставил. Так уже, наверное. Ну, уже, наверное, я могу, да? Ну, давай. Ты хочешь, типа, перерыв взять? Да. Перерыв? Ну, ладно, хорошо. Так, ребят, теперь я за рулем буду сейчас. Так. Сейчас я тут все. Так, режим студии. Пэрэрэм. 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 Пэм-пэм-пэм. Тэрэрэм. Есть? Так. Все, гайс, я здесь. Теперь бандикут Антон будет бегать тут, играться. Боже. Это самое лучшее, что я мог сделать. Ну и куда он побежал? Непонятно.
То ли спускаться, то ли нет. О! Отлично. Зелье магии. Not bad. Просто сундук с зельем магии и золотом. Ничего особенного. Привет. Эть. Да-да-да, ударь его. Лол. Изи. Так. Стрелы нордские, конечно же. Так. Опа. Надо в затылок ему зайти. Ну-ка, дай мне сгущеночку. На, сгущенку. Ты уже начала ее делать будешь, что ли? Есть? Уже буду. Ясно. Так. Изи, почти изи. О, боже, да, отлично. Все хорошо, меткость. Меткий поц. Так. Опа, ты что там устроил? О, боже. Что там творится? Что-то даже попасть не могу. Лол. Нифига, трехкратный урон. Да, отлично. Так. Лол. Как пружинистый. Бай. Фу. Хорошо. Что тут еще? Гайс. Гибкий древний нордский лук. Урон 47. Я чего-то не понимаю, видать. Это как так? То есть, гибкий древний нордский лук 47. Эбонитовый 50. А, 57. Ну, это в принципе... Какой лук? Эбонитовый. Так что все нормально. Ладно, выбросим его. 18 веса нам не надо. Что, все, драугов больше нету? Ладно, пойдемте сюда, зайдем сразу. Скулдафн храм. Фух. Так. Во, в пещере уже поуютнее. Так, тут Леон. Леон. Золотце. Чего еще здесь у нас есть? Опа. Привет. Так. О, боже. Да, отлично. Отлично. Еще тут кнопочки, на которые мы не реагируем вовсе. Че, где еще враги-то? Я же чувствую, что здесь кто-то... Есть! Да? В попку. Опа. Драук очень на Ленина этого похож. Уж. Сорян. Так. Чего еще можно здесь увидеть? Зелье лечения. Неплохо. И чего? И все, и дальше потупали. В голову пацану. Изи. Вроде еще и скрытность повышается. Аж два раза. Или стрельба и скрытность. Что-то я даже не заметил. Привет. Нет, спасибо, я такой не люблю. Почему? Какой-то вкус не очень. Этот творожок странный. Да, горьковатый. Или сметанка уже. Ого! И в бочину. Бедняга.
Ну, там еще что-то хочет. На! В лобеж. Блин, тут еще надо подумать, загадка тут какая-то. Непонятно. Ну-ка, покажи. Сейчас. Я только пришел сюда. Ну вот тут, типа, вот, видите. А, посмотри рядом, там где-то должно быть. Наверх, ну-ка. Ну вот, вот. Я так понимаю, что ясно. Вот, типа, сторона к стороне. А это... Это как-то... Может, там наверху что-то или как-то? Ну да. Рядом. Вон. А, погоди-ка, еще непонятно. Подожди, встань, то, что наверху. А, все верно. Так, там змея с той стороны где-то, наверное. Так, дельфинчик, да? Ну вот. Ну, здесь можно, в принципе, каким-то рандомом просто непонятным. Нет, вообще-то, тут... Справа открыл? Открыл что-то, да? Ну, что-то есть, да. Ну вот, справа, значит. Ну, пойдем туда сходим. Посмотрим, как там. О, это, походу, просто... Просто, типа, вот. Вот так вот. И там где-то, наверное, открывашка вторая. Открывашка? Да. Ну, можно посмотреть, что здесь есть. Урна пустая. И, в общем-то, все. Так. Как-то вот эти вот играют роль. Да, творожок уже. Ну ок. Просто что-то дернулось. Хорошо. Раз нам дали доступ сюда, то мы благополучно сюда зайдем. Сейчас эти скафандры откроются. Саркофажечки. Так. Еще и не умер. Ничего себе, какой хитрый. Так. Блин, кружочек какой, я хотела чай тебе. Хотела чай мне налить? А, буду рад. Спасибо, кис. Ребят, кто-нибудь проходил Skyrim? Здесь есть такие люди? Я думаю, что 100% здесь есть человека два, которые проходили Skyrim, может быть, даже не раз. Так, тут какие-то проблемы. Так. Изи поц. Изи поц. Бедняга. А этот бедолага прилег отдохнуть. Вот, по-любому, те два саркофага сейчас откроются после какого-либо действия. Воспроизведенные мной. Вот эти вот. Или когда на обратном пути я пойду, если... Драук. Клепанная имперская броня. Нет, нам не надо. Нам не надо. Так, золото есть. Хорошо. Окей. В принципе, все. Кто там колдует-то? Стоп, вот. Драук. Иссушенное тело. Хорошо, давайте пособираем тут золотишко чуть. Отлично. Отлично. Просто трех пацанов мы унесли. Спасибо, кис. Сахаром? Без? Угу. Сахаром? Конечно. Че себе. Спасибо. Ну-ка. Ну, лови-ка. Вкусняху. Ребят, здравствуйте. Кто подошел? Новенькие гости нашего канала. Здравствуйте. Мы сможем какой-нибудь фильм за чипсик? Сегодня? Да. На сколько времени? Ну да, да, наверное, небольшой. По второго ляжем, нормально. Так. Эть. Сейчас я попробую, наверное, с кинжала все-таки поубивать кого-нибудь. А то что мы стреляем, стреляем. Опа. Опа! Забил. Скрытная атака 15-кратный. Ну как? Вкусно.
15-кратный урон, кис. Спасибо. Да, вкусно. Все, не корми меня, а то я выгляжу. Хомячком? Да. Хорошо. Какой коварный. Сидит на камеру, грызет. Так, где тут враги там? Угу, вижу. Неожиданно сегодня. О, черт. Да, господи, умри. Отлично. Вроде бы не так шумно все это произошло. Какие мы там фильмы хотели посмотреть? Побег из Шоушенка можно посмотреть. Mm-hmm. Хочешь? Но он не такой жесткий. Ну, блин, там есть смерти, но... Я не знаю. Я не помню, честно. Не помню, насколько там. А еще какой такой прям хороший? Не знаю. Жесткий. Вроде... Мы с тобой посмотрели достаточно хороших. Я что-то не помню, какие можно еще назвать. Ребят, посоветуйте фильмы какие посмотреть. Этот какой? Земля посоветовала нам сходить на что-то охранник-телохранитель или что-то такое. Mm-hmm. Новый фильм. Ну, он вроде в кинотеатрах только сейчас показывается. Так, ладно, сейчас посмотрим, что здесь. Угу. Чтобы открыть это надо... Так, дельфин. Я думаю, это надо сделать так. Дельфин здесь и птичка тут. Да? Вот так вот. Должно работать. Ясно. Получил урон. Значит, не так. Значит, надо птичка. Так, ну у меня яд. Яд надо зельями лечить по-любому. Есть. А туда дельфинчик. Вот так вот. Теперь заработает. А, ясно. Вот тут я еще забыл кое-что. Змея. Ясно. Наверное, вот так вот все-таки. Хотя, блин, я не знаю, оно должно смотреть или нет. Ясно. Ладно, тогда дельфинчик. Все-таки должен быть дельфинчик. Так, и там должна быть птичка. Птичка, птичка. Вот она, птичка и змейка там, все верно. Да, вот, отлично. О, так, ничего тут не вижу. Скулт Даффин. Очень липкая конфета. Какая? Это белая. Но это же ириска, типа, мягкая. Не-не-не, я ем конфету. Ясно. На! Прости, я тоже видела, что ты... Отлично. Опа, вот. Я не заметила, вот. Что ты откусил. Все, кис, я понял. Все нормально. Угу. Я живу. О, ГГ. Опять она мне что-то вырастет. Угу. Угу. Not bad. Чё я тут ничего не вижу? Пустой сундук. Там целый сюжет, да, у тебя? Mm-hmm. Ужас. Так, чаёк. Так. Так, 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 вот вижу. Железный слиток. А, взял случайно, ладно, пофигу. Пригодится для кузни. Сколько штраф за просрочку? 2000, по-моему. Просрочку чего? Ну, паспорта. Хз вообще. Я хз, я не просрочивал ни разу.
Не просрач. Его. Не просрач. Большой камень душ. Ничего себе. О, в попе колорист. В попе колорист. Свечки какие-то. И где-то драуги тут свистят. Храпят. Сколько там по времени? Угу, вижу. Где они храпят-то? Вот он. Хе-хе. Охранник. Эть. Опа. Беспокойный драуг. Драуг-призрак. ГГ. Угу. Они вообще не ожидали такого подхода. Стеклянный щит. Ничего там нет. Так. Рычаг за что отвечает? Что мы там открыли? Ясно. Угу. Отлично. Так, урна. Безупречный гранат. Угу. Господи. Пока еще никого не видно. Эльфийская залоченная броня. Опа. О, доспехи 43. Подожди, а что у нас с тобой, Кис, стоит? Угу. Соловиная броня. Кстати, мы можем взять новую броню. У нас есть соловиная. Увеличивает запас сил всего на 30, а это легкая броня и есть доспехи. Запас сил это... Какие силы имеются в виду? Так. Сейчас посмотрим, ребят. Угу. Запас сил на 30 единиц. Ну. Это, наверное, выносливость все-таки. Я думаю, я эльфийскую броню тогда зачарую хорошенько. И будет у нас больше брони. Охраняет там что-то. И в задницу. Угу. Критическое попадание в попку. Изи. Каждый день так делаю. Так. Угу. Сейчас я говорю. Капец. Короче, прижимание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении гражданина Российской Федерации обязано иметь документ, удостоверяющий личность гражданина. То есть паспорт. Без документа, удостоверяющего личность гражданина, паспорта. Или по недействительному документу, удостоверяющему личность гражданина, паспорта. Счет наложения административного штрафа в размере от 2000 до 3000. Нарушение предусмотрено частью 1, то есть то, что я читала. Да. Настоящие статьи, совершенные в городе федерального значения, Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей. То есть Дина там должна будет заплатить от 3 до 5. Хорошо, у нее жизнь. Вообще. Ничего она здесь не сделала, ничего. О, алмазный коготь. Вот он. У них билеты были куплены. Она должна была уехать. Ну все, значит, пускай тогда. Вы можете... А, да, вот так. Там что у нас? А, подождите, я не вижу. Там что-то лиса, мотылёк и дракон. Лиса, мотылёк и дракон, ага. Лиса. Вот все. Изи. Изи, мэн. Одно движение и готово. И да.
Тебе нравятся такие там головоломки? Да это изи головоломки, тут вообще все одно и то же. У меня испытания там такие вообще, вот эти всякие. Вообще нравятся, но нормальные. Которые прям надо думать. Прям чтобы ты так думаешь, что аж игру, короче, ну, вырубаешь и на следующий день вот садишься. Вот ту механическую фигню поиграем, там думать. Какую механическую? Ну как она? Машинариум? Да, машинариум. Да это, блин, квест, это не то. Там же тоже головоломки. Ну там нету такого геймплея, от которого ты бегаешь, стреляешь, там бегаешь, динамичного геймплея. Там вся игра думать надо. Ну вот ты же хочешь думать. Ну я не в этом смысле, за. Я подумала, что тебе не хватает головоломки. Скелет. Ясненько. Скелетус атакус. Есть. Что здесь есть? Еще драуги. О, слово! Слово силы. Ос. Гнев, грозовой зов. Да. Сейчас посмотрим, что мы можем. Так, души драконов, целых две штучки. Грозовой зов. Крик сотрясает небеса и пробуждает разрушительную силу молнии Скайрима. Па-ба-бам, па-ба-бам, па-ба-бам-пам-пам-пам. Ну, можно, в принципе, его открыть. Потратить душу на это. Гнев. Увеличили. Драконобой. Так, что мы тут? Зов дракона. Охотник крыло. Снег, охотник крыло. Я призываю тебя в час нужды. Жесть. Как тут все пафосно, там мощно прям. Опа, горелый поц. Что с тобой тут такое? Железный двуручный меч. Обычный железный двуручный меч. Ничего такого интересного тут нет. А вот тут вот можно посмотреть. Здравствуйте. Чего тут у вас? Погребальные урны, золото понемножку. Эльфийский боевой топор. Но он не светится нифига, поэтому в нем никакой пользы я не вижу. Если бы он светился, я бы его обязательно забрал и снял бы зачаровашку с него. Иная ткань. Погребальные урны. Ничего себе. Смотри, безупречный бриллиант, 1000 рублей. Безупречный аметист и безупречный изумруд. Чё-то это... По длинной ткани. Я какую-то рекламу замутил тут. Своей этой? Ну, а за 18 дней, да. Плюс 150. Я видел на Инстаграме. И такие прям разыграли это. Кого разыграли? Ну, типа... Типа, не упусти шанс. Это прям такое шаблонное. Прочитал, глянул, вроде норм делаем, спасибо. Сейчас будем тестить, иначе можно же и не успеть. Тоже шаблонная тема. Маркетинг. Опа. Изи. Ну, вот это самое интересное будет. Когда видишь такое, сразу все понятно. Ну, все навалиться хотят. Все хотят заработать денег. Опа. Так, я думаю, здесь мне нужно клеймо горя. Так, тихо. Он заметил, что что-то не так. Ага. Он не заметил, что что-то не так. Он дурачок. Ага, отлично. Меня тупо в самый последний момент заметили. Это самое дебильное просто. Я краешком моего кисьего уха. В голову ему, пацан. Я знаю, что, ребят, хитбокса здесь нет такого. Типа один-единый, там все дела. Но тем не менее. Он еще и кричит. Драуг-палач. Ах ты ублюдок такой. Так. У тебя стрелы, дружище. У тебя в голове стрелы, которые исчезают. Не фусрудах на меня, не кричи, пацан, не кричи на меня. О, прилег. На! Волбину уроду. Ну!
Это был палач, который упал. Да. Фусру, да. Это что еще за хрень? Ну-ка, стоп. Ой, нет, не подходи, он же сильный. Он жесткий. Нет, 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 нет. Ты что, это же это? Да блин, он какой-то вообще. Ты забыл, что эти в масках жесткие? Они не жесткие. Я его бью. Смотри, что я делаю, я просто беру, захожу вот сюда вот сейчас. У меня больше, чем у тебя. У меня больше, чем у него. Смотри. Смертный приговор. Ну, готовься. Как тебе это, ублюдок? Больно. Бо. Ну что? А ты сохранился? Нет. Чего мой сладкий, у тебя все получится. Я понимаю. Давай, ты сможешь. Огнем, что ли? Я промазал. Засадил ему. Давай! Он меня даже не видит. Тихо. Не уничтожь спиннер. Козел. Покатился. Блядь. Он еще и Атронарха призывает. Давай. О, закрылись врата? Не закрылись. Он Атронарха вызвал. Атронарха? Да. Грозового причем. Хрень. Давай этим криком. Я убью его. Эти. Они по крику там. Так, тихо. Надо похиляться, господи. Так. У тебя получается, Кириллочка. Лечение. Угу. Угу. Ладно. А что делает смертный приговор? Защиту слабее. Угу. Так, тихо. Ты успел? Угу. Хорошо. Ух ты, козел! Блин. Он только меня видит и все. Так. Так. Видно, что ли? Да ладно. Тихо. Кричи на него. А, у тебя не хватает. Да, если даже крикнула, она не нанесла бы урон. Блин, он сейчас туда упадет. О, черт. Он умер, но, блин. Да. Надо туда за ним идти. Надо маску взять у него. Надо взять. Сейчас посмотрим, что я вообще здесь получу. Ты сейчас в авангард переместишься. С помощью драконьей печати? Да. Угу. Хорошо. Я думаю, ты же сюда вернешься, да? Да не надо, иди. Нет, я хочу получить эту маску. А, вдруг она там что-то дает, да? Конечно. Хорошо, давай. Вот он. Посох драконьего жреца применено на землю. Создает стену молнии, которая наносит 50 лет. Магия и заклинание разрушения. Если можно растворить, блин, то растворим. Магия. Лучше бы что-нибудь к запасу сил там давали. Или... Ну и ладно. Регенерации. И хрен с ним. Тем не менее. Так. Есть новые зрители? Есть новые зрители? Я у тебя спрашиваю. А, ну вроде есть, да. Здравствуйте, ребят. Привет. Привет. А где наши эти? Кто? Наши постоянные ребята? Да. Они заняты, наверное. Что-то я их. Сейчас, не... когда мы будем заканчивать, они такие: «Хей, привет!» Угу. Как всегда. Угу. Закон как обычно. Да, 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 да. Гайз, у нас все прекрасно, на самом-то деле. Конечно. Да. Так. Я пытаюсь активировать... А, понял, посох жреца, ну конечно. Он же закрыл этим посохом. Угу. И как думаешь, я смогу выжить? Да, я убийца! Я скатился, и при этом медленно, и он все равно получил урон. Ах ты маленький. Если бы кис... ты просто упал, ты бы вообще умер. Если бы я просто упал, я бы был кисом. Угу. Это 100%. Котлеткой. Нет. Кисе котлетка. Котлетка. Ей! Ту-ту-тун,
Выполнено дом пожирателя мира. Так, начато. Саундгард. Ты попал в мир, куда уходят души воинов. Ага. Ты понимаешь, что мы оставили весь наш лут у того дракона? Да. Это очень далеко. Но мы же туда переместимся. Это вот в нашем мире. А это в мире мертвых. Ладно. Ты можешь идти там по дороге помогать. Ну хорошо. Чуваку там какой-то чувак встретится. О, я музыку слышу. Вот эту, давакинскую. Она прям тут играет. Да. Потому что ты приближаешься. Да. Ребят, здравствуйте, новые зрители. Привет. Вот, ну, сейчас, вот сейчас будет. Сейчас. Как ты понял? Ну, там циферка вот. Угу. Что? Четыре? Четыре. Ты нарисовал там что-то, да? Да, да. Как? Силой мысли, давакинской силой. Ну тоже. Как ты это сделал? Что сделал? Что, правда 14? 14 бандикутов на смотрят. Ничего себе. Ничего себе. А теперь 4. Ну как так? Что за фигня? Многие пошли в темную долину. Вот, братья были солдат. Сильно против врага, что путь стережет. Кто ты? Офигеть. Че за дичь? Я такого не помню. Ну вот, улетел. Мы даже не успели с ним поговорить. Ну ладно, чё. Он не успел мне дорассказать. Ну куда ты идешь? Лес по тропинке? Far Soldier 6X, hello. По тропинке. Иду. Там просто какой-то чувак должен встретиться, ты ему помочь. Помогу. Но я хочу сюда. Попипари. How are you, my friend? Как сказать мы? We? Или we? Нет? We are, наверное, как-то... Ну, hello. Нет, другое слово. Как типа сказать, что... I'm okay, it's okay, yeah. My English is bad, sorry. Что? И чё? И что? Я окей. Е. Подписка. Она. У нас, блин, надо. Ай, ладно. Дай мне мой пульт. Телефонный. Пульт? Телефонный пульт. Пожалуйста. Она же почти в идеале знает английский. И что это? Не значит, что я должен в идеале его знать. Значит. Что значит? Значит, она должна была с тобой заниматься. Она со мной занималась, мне просто не хотелось. Я думал, что английский это вообще ни о чем. И все. И ок. Сейчас я переведу твои слова и пишется тебе. Чего страшного? Роська, спасибо тебе за подписку большую. Ты бандикут. И это очень хорошо. У нас уже давно новеньких бандикутов не было в нашем лобби. Он же не понимает, господи. Да я всем рассказываю, господи. А, ясно. Это вообще... Окей. И между прочим, это даже не он подписался, а другой человек. Другой бандикут. А ты мне сразу это говоришь, что я вермишель. Ты всегда прав. Ты же мужчина. Да я не прав, я просто... Нет, ты всегда прав. Я просто Флинстоун. Прав. Ну, более-менее. Так, что-то... О, мужчина. Мужчина, стойте. Нет, спаси. Поворачивай обратно. Это имперский. Ну, говорит нам, что типа, мол, все, бай. Хватит здесь быть. Вот тут вот ребята... Так, вот этот голый не мужчина нам дождь. Нужен? Да. Нифига он большой. Да, он огромный. Это огромный мужчина. Кто ты? Я Цун, титан и щитоносец Шора. Поставил он меня стеречь мост Кровавой Кости вот и испытывать все души. Блин, ты же высокий. Это неправда. Я высокий. Я очень высокий. Follow, подписка на за подписку, как бы, ну ок, только после стрима, окей, как бы скип стрим, но еще подписка у нас.
Спасибо тебе большое за подписку. Ты теперь Бандикут у нас тут. Хорошо. И хорошо, когда много хороших людей приходит. И вообще у нас тут рядышком. Вот. Но Шор удержал наш гневный порыв. Возможно, премудрый прозрел твой удел. Я хочу войти в зал доблести. Так это же он, а ты говорил, не он. Ну это он, ну подписался-то не он. А, ясно. Киса, ну вот лишь бы вот просто быть правой всегда. Нет, я не говорю, по праву рождения я Довокин, по праву крови я слышу мать ночи, по праву грабителей я Соловей Ноктюрн. Нет, не говори, это же типа там доблестные войны. Когда по праву рождения. Надо было сказать, что я грабитель, я убийца. Выпьет в игру. Интересно, он бы ничего бы он мне сказал. Могу ли я войти в зал доблести? Доблести? Еще подписка. Там доблестные войны. Доблестные войны и грабители тоже они. Вот тот же Робин Гуд. А, ну ты же не Робин так. Гуд. The Zocker Bros. Спасибо тебе большое за подписку. О, черт, твою мать, за подписку большое. Спасибо. Так, еще подписка. Сергей 2. Тоже тебе большое спасибо, ребят. Бандикута, спасибо. Будьте. Фигачи, давай. Ты думаешь, что я не смогу тебя одолеть? А? Оса. Что? Фильм? Мне аж плохо стало. А, как-то. Плохо стало? Так. Испугалась. Да, он... Наложил. Он дергается, он дергается. Ну да, он... Сражается. Все? Хочешь поговорить? Да. Он хотел посмотреть твою мощь. Я показал мои стрелы. Достойный. А все, чувак просто типа. Достойный ли ты воин? Смотри, как классно. Ты сейчас по дракону будешь проходить. По дракону? Окей. У нас еще подписка. Так, прям бандикутов целое. Спасибо за целое подписку. Логово бандикут. О, блин, ни хрена себе, правда? Правда. Да. DQ Stage. Спасибо тебе большое за подписку. Спасибо вам, ребята, всем за подписки. Но главное, приходите почаще в гости. Мы вам очень будем рады. Не-не-не, куда ты? Как? Куда ты? Наверх. Сказала. По костям. Да не хочу я по костям. Я же Довокин. Я иду по живу. Подальше, чтобы видно было его, как он идет. Ну вот он. Ну вот. Ну, да, вот так вот. И? Та-та-та-та-та-та-та-та. Все. Отличный вид. Угу. Нам нужно обязательно вернуться к тому дракону. Там очень много руды, которые я копил долго-долго. Там золото. И золото. Но надо просто апнуть еще кузницу. Просто вот в чем. О! Ни хрена себе. Я хочу туда. Так. Я уже хотел стащить золото. Никто не входил в эту дверь с тех пор, как Алдуин. Я не хочу умирать, но я хочу туда. По воле Шора мы вложили клинки в ножны и не пошли в долину тёмных. Но трое ждут твоего знака, чтобы обрушить свой гнев на злобного недруга. Гормлейд, бесстрашная, преданная. О, привет, Эрис. Хакан, благородный, с тяжёлой рукой. Фелдер старый, провидец мрачный. Когда он в текстурах путается, просто стреляй и не дергайся. Больно видеть, как ты промахиваешься половины стрел. Но это реалистично, зато. Реалистично в нереалистичного дергающегося чувака. Привет. Стрелять. Привет. И да, Сейри, здравствуй. Так. Здравствуй. Сотню веков мое сердце горело жаждой мести Алдуину. Скажи только слово, и мы с легкими сердцами пойдем. Где бы он ни был. Так, что-то они мне... Почему ты его выбрал? Не знаю, я просто нажал с первого попавшегося. И все. Туман Алдуина не просто ловушка. Это теневая мгла. Ну, женщина, она как-то больше похожа, не знаю, на какого-то... Ну, вора, что ли. Хотя хз, нет. Просто намазал. Из-за боевой эрстра. Она вот так вот. Нет, она просто вмазалась в лепешечек. О, нет. Да. Коровий лепешечек. Это топ. Это очень просто. Нет, это топ. Кричать вместе, а затем обнажить клинки в отчаянной битве. Нет, вот этот чувак с блюдцем на плече, это вообще топ. Так. Что случилось? Мы сейчас будем с Алдуином сражаться. Драконоборец, начато. С Алдуином? Да. Вот эти чуваки, с которые, помнишь, мы свиток открывали? А, понял, все, да. Но они здесь мертвые. Они, и, типа, да, попали. Алдуин пришел сюда, чтобы чтобы набрать сил, он пожирает души, ясно, по-моему. Ясно. И набирается как бы сил. Ясно. Ну, пора его убить тогда. И сейчас они нам помогут с ним сражаться. Тебе нужно будет включить чистое небо.
чтобы разгонять вот этот туман. Давай самые дорогие стрелы. Окей. Да, кстати. Дремерская 14, всего 2. Так, 14, 10, Нордская. А что там Фалмерская? Ты говорил, вроде хорошая. Ниже. Сейчас, кис, подожди. Так, 10, 7, 18. Ага. Ну, ладно, хотя бы так. Блин, ну 24 штучки. Ну, тоже. Хе-хе, страшно. Не до этого сейчас, не до этого. Как давай это не чистое до этого? Небо. Сейчас врублю. Чистое небо. Нажимай и держи, чтобы сильнее было. Окей. Сейчас будем. Огонь! Нажимаешь и держишь. Ты держал? Я держал сейчас, хорошо. Да. Он же сказал бадуй. Так, подписка. Ну подожди. Чистое небо, объединим наши крики, ясно. У нас подписка сейчас была, сейчас подождите, ребят. Лох. Вот видишь? Угу. Вместе как юзнули. Так, что там у нас подписка? Кто у нас? Бандикут-то? Ну-ка. Улрик. У нас бандикут Джонни Аллерс. Спасибо тебе большое за подписку. Да я же уже сделал это. Давайте, ребят. Да, молодцы. Так. Спасибо, ребят. Вы все, кто только подписались, вы в нашем лобби, вы бандикут, вы молодцы. Ага, борьба криков идет. Давайте снова говори мне. Командуй. Командуй, женщина. Давай. Туман или я убью тебя. Туман не хочет расступаться. Это Алдуин. Туман. Нагнал. Еще подписка. Еще это... раз его мощь будет сломлена. И мы лишим его власти над царством. 600 будет уже скоро. Давайте. Уже скоро у нас будет даже 600 бандикутов в нашем лобби. И я уже даже не знаю, как это праздновать. Кубзева. Спасибо тебе большое за подписку. Ты бандикут, вам вы рыжий, вы в штанах, вы вообще молодцы все, ребят. Сделать еще какую-то вкусняшку? Сделать еще какую-то вкусняшку? Можно или сделать. Тебе уже жирно? Ну блин, есть на стриме, это вообще некрасиво. Тогда в тот раз, ну в тот раз я один был, правда. Думаю, нужно фонданы сделать и показать, что ты можешь, кис. Я готов тебя одолеть. Ты будешь мертв. А, да, мне же надо заюзать. Да, дракона бой. Ну-ка. Давай. Ага. В самый раз тратить дорогую стрелу просто на взлетающего дракона. Угу. Так. О! У меня еще метеорит попал. Давай-ка его сади на землю. Где он? О! Давай ему прямо. Нет, стреляй ему какую-то шейку. Алдуиновская шея. Блин, он в глазницу. Ничего. Мне помогут эти давакины. Обратно. Отлично. Прям в грудку. А, да, кстати, можно же еще вот так вот. Сидя в глаз ему. О, крит. Отлично. Половинку. Еще сиди тут, мне надо взлетать. Опа. Еще критом. Так. И последняя стеклянная стрела. О. Фалмерские стрелы выпали. Еще здесь сиди, я тебя еще не убил. Давай чуть-чуть. Почти. Вот он. Голову. Фу. Все. Заткнул ему челюсть. Ты молодец. Ты мой мужчина, мой охотник. Я вообще давайкин. Не. Пафосная стрела взлетела ему. Это что было? Это вон эти метеориты. О, лол. Ну-ка, что там происходит? Я могу получить его силу сейчас? Не знаю, посмотрим. О, выполнено. Драконоборец. Открыто достижение. Подвиг.
Алдуина настиг Рок, и Сован Барн очищен от его. То есть мы типа в этом мире. Мы покажемся там в замке. Сейчас. Шора петь об этой победе. Там были. Так, сейчас. Моя судьба не здесь. Когда дни твои завершатся, я, быть может, вновь радостно приветствую. Ио, сейчас уберет тут все круто. Когда захочешь воссоединиться. Все равно они мертвые, им уже не нужны. Скажи, да? Угу. Ну ладно, заберем. Нам там в мире живых нет, больше еще понадобится. Смертным не место, стань мертвым. Ты не натягиваешь стрелу, половину урона носишь. Че ты дерганый какой-то сегодня? Пусти Вику поиграть, а сам душ холодный прими. Да ничего, она только-только вот вышла. Вот с именно, игры. Мы можем принять только холодный душ. А еще да. У нас ужасно холодно, потому что у нас кончилось лето, началась жесткая осень. И между прочим, я стрелу полностью натягиваю, у меня тетива быстро закидывается. Под конец недели у нас будет 6 градусов, вечером 0 градусов. Так, это с ним поговорить нет. И все, дома ужасно холодно. И еще... воду горячую отключили. Да. Нет отопления. Да. Так, куда топать-то? Че он за мной постоянно хочет? Не, вообще прогнать меня хочет резко. Чувачок. Так что нам сейчас достаточно холодно, и мы бодрые. Мы вообще бодряк. Огурчики такие. Эти, да. Замороженные немного, да. Зеленые ребята. У меня даже сейчас ноги замерзли. Хочешь? Ну, потому что... Надо вот, греть надо, и наверное, в этот... Надо, дверь закрыть, да? Этот замок невозможно взломать, вам нужен ключ. Так, хорошо. То есть я не могу в замок попасть. А если попробую стащить вот у чувака как раз таки ключик? Фу, горячая вода в кране для слабаков. Нет. Нет, горячая вода в кране — это... Это счастье, радость и восторг. Да. Это то, что нам нужно сейчас, потому что у нас да. Погода... Холодно, отопления нет. Да, у нас вообще просто дичь. Он будет на меня постоянно смотреть, наверное, да? Я не смогу его обокрасть. А у него фигня там. Не лезь к нему. Короче, лезь в замок. Не могу, я говорю ключ. Ключ нужен. Взломать нельзя. Блин, надо было до этого, да? До этого, ну да, наверное. Если там можно было что-то вообще брать. Можно было. Так, ладно, хорошо. Ты же хотел мешочек со стола взять? Не мешочек, я хотел посмотреть. Там типа подумал, что эти все свечи, подсвечники и так далее, и кубки, они из золота. Они да светились так, типа. Воссоединиться с живыми, только скажи. Все, я хочу воссоединиться. Мне пора возвращаться в Тамриэль. Возвращайся в Нирн с даром повелителя моего Шора. Криком, который в час нужен. Не забыл забрать все с дракона. О! Крик, который вызывает героя. О! А он как же. Крикнул на тебя? Да. Типа отправил обратно. А как же ведро на плите с черпака на себя и вся фигня? Эх, не жили бы в общаге, походу, романтик. Да нет, почему? О! Да, мы как раз таки и льемся черпаком. Да. Кастрюльки таскаем. Классика. Ага. Фига тут драконусы. Драконусы. А вчера я пришла с работы. Или позавчера. Или. Антоша грел для себя водичку, но он отдал ее мне. Паузу срочно. Все ставлю, что там. Там какой-то момент крутой будет сейчас, да? Или что там? А, ты, наверное, сейчас чай пойдешь наливать. Ну, елки-палки. У нас так мало времени. Пожертвовал мне свою водичку. Ну ничего, потом себе тоже погрел же. На следующий день. Да, но ты как мужчина. Я вообще мужчина. Драконобой включай и лови одного дракона. А, ясно, хорошо. Так, драконобой, что тут у нас есть? Драконобой стоит. Давай кинь лосок, давай крепче. Успеешь одного убить. А, ясно. Может быть этого какого-то? Главное не Патронаркса. А, блин, черт, дерьмо. Чего? Они все на тебя загрели. Нет, один. О, Давинг. Ну ты видишь все красные? Нет, точки? Только один. Подожди, его же вызывать нам нужно. Точно. Нафига ты вообще ладно, начал? Тогда. Чего? Ну он мне с Верес подсказал. Это же этого... как а, вот дракона Давинга. Взял, вижу. Какого-то дракона я успел. Не знаю, блин. А Давинга же вызывать можно. А, вот он, дракон, да. Поймал. Нет, это Адавинг, это наш дракон. Это не то. Ну, ладно, теперь у меня проблемы. Да. Большие проблемы. Не смог ты. Ну да, я еще и проблему на себя навлек. Если не Патронаркс, не Патронаркса, так вот эту хрень. Которую я убить даже не могу.
а даже не вдруг... Ладно, пускай он меня убивает. Я его вызывала, и он помогал мне сражаться. Капец, почему Крик именно на этого дракона попал? Чё за хрень вообще? Какая-то вот не очень здоровая штука. Это очень странно появляться вот так вот в приседе. К чуваку такой хоп стою, смотрю. Давай. Ладно. И он так грозно своими типа глазами смотрит на тебя. Давай. Еще так стою, прям сам внизу. Пусть. Я два дракона успевал поймать и изнасявкать. А. Не, я просто сейчас не понял, в какой момент я должен вообще это делать. Вот. Наверное, вот какого-то дракона. Мы не попадем туда и не соберем наши. Почему попадем? А как мы попадем туда? Мы в другое место попали. Не знаю. Как там? Ого! Двоих драконов задел. Надеюсь, это обычные драконы. Так. Выбрось фалмерские железные стрелы, они же кака. Ну, я понимаю, но у меня просто других-то вообще нет. Одвинг. А, вон он спустился. Так. Ну-ка. Ух ты, лол. Это что там такое происходит? И что, они улетели или будут со мной сражаться? Не попал, что ли? Да нет, попал. Два раза. Крики чаще, не давай взлететь, ясно. Ну все, короче, я уже дал. Так. Говори с ним. Я желаю стрику. По КД кричи, кричи, да все уже. Да хрен с ними, с драконами, вообще пофиг. Хотя дракон еще светится, что это? Я сейчас после разговоров с этими драконами просто это... Просто меня забьют толпой драконов. Блин, как долго он говорит. Они любят поболтать. Угу. Итак, свершилось. Алдуин Дилон. Старейшего больше нет. Смотри, я села перчик. Блин, я теперь оранжевая вся. И всегда был. Алдуин сам навлек это на себя. А, то есть мы его убили вообще, да? Или... Нет. Значит, чисто его... Его тот дух уничтожили. Мы его ослабили, по-моему. Угу. Он же там сил набирался. Ну и все. Чтобы устроить конец света. Но я не радуюсь его падению. Зутирас Ас-Охма. Он некогда был мне братом. Этот мир никогда не будет прежним. Меня вела моя судьба, судьба Давакина. Мир станет лучше без Алдуина. Судьба Давакина. Истину, ты видишь дальше, чем я. И уж точно дальше, чем Алдуин. Рокфунда Корал. Вероятно, теперь ты имеешь некоторое представление о силах. Возможно, ты начнешь... Но я отвлекся. Гросис. Целос Митвадо. Твоя победа велика. Сарот Кронгра. Она прокатится эхом по векам этого мира. И от... Это твой триумф, давай. Ух, какие долгие дракончики. Что ты завершишь на потоках времени? Не один, так второй, да? Угу. Давай, какие у тебя задания? Когда я понадоблюсь, я приду, если... Ну ты чё я, паль... я случайно нажал пальцем, все, уходим. Вали отсюда. Видишь, он сказал, что ты можешь его... Да, я понимаю, но теперь он, наверное, не захочет ко мне подъезжать. Он обиделся. Я стрелы собирал. Господи. Я случайно пальцем нажал на правую кнопку, это вообще бред. Но... Вот так надо аккуратно. На, в челюху. Просто пробитие пацанов. О, нет, не трожь! Ну беги, беги, не оглядывайся, черт! Беги давай куда-нибудь уже! Беги! Ну ты сам беги! Спасайся, я тебя прикрою! Ты сейчас
Тебе нужно будет опять... Ну не стык... Беги! О, боже мой! Чёрт, козёл! Ты убил козлика! Там руда и клёвая кирка, чёрт! Всё! Ты сейчас умрёшь. Не умру. Ну всё уже, не лечись, дай ему это, другое сохранение включить. У меня нету другого сохранения. Как это нет? Он сейчас включит то, где базлать опять будут. Я не хочу слушать это, я лучше убегу. Кто-то подписался. На, читай сама. Первое что, обнови, обнови и прочитай. Первое. Я не смогу. Обнови, ты сможешь прочитать. Да твою мать, отстань от меня. Что, промоации, новых один. Нет. Твич, новых два. Ну, нажми. Кто там? Черт. Ну, что? Ну. Дин, один, три, пять. Дин, да, Дин, короче, много Дин, цифр. Цифр, много, спасибо тебе большое за подписку, ты теперь бандикут, у нас в логове очень хорошо. Беги, беги, господи, почему ты стоишь? Вот, почему? Ну как-нибудь так. Ну как-нибудь так я побегу, я вон и так бегу, еле как. Вниз, прыгай, вниз, в обрыв. Тебе придется слушать их заново. Это твоя судьба. Нарвался? Нет, я не сдамся. Я одолею этого ублюдка. Ну все, ты сейчас заюзаешь, он будет тебя преследовать до конца. Тут как раз музыка Довакинская. Он умрет. Там клевая кирка, подохни и за киркой лезь. Я и так полезу туда. Ну, я где-то его... Точно, его можно криком же это просто застопить. Пускай он на криках там сидит где-то. Не мешает мне. Давай кинеть. Блин, подписались там кто-то, гайз. Гих ББФ. Спасибо тебе большое за подписку. Так. Вроде норм. Так. Где-то кирка там, да? Но я видел там минералы какие-то эти. Есть. Места. Так. Так, так, так. Еще подписочка, господи, ребят. Ну вы прям, блин. Попробуй призвать его. Ага. Я сейчас позову, он такой: ах ты, сука, иди-ка сюда. Да. Так, зов дракона. Ну-ка. Я походу от холода умираю. Или что там? Да, холод тебя бьет. Активные эффекты. Нет. Блин, я вроде призвал. ХЗ. Он обиделся. Меня призвал Довакин. Ну тош, ну хватит. Ну блин, ну он вертится. Занимайся... Я серьезнее занимаюсь игрой. Я вижу, что сраный козел хочет умереть. Че? Зашибись. Два серебряных кольца. Козлу. Отлично, все, ты разбогател. Я богат. Дима Гуд Гудмейм, спасибо тебе большое за подписку. Я видел, я видел. Так, Эмулейторс Плей, спасибо тебе тоже большое за подписку. Вы, ребята, бандикуты, вы молодцы, вы вообще молодцы, господи. Заходите почаще в гости, мы вам очень рады. И крик я, короче, юзнуть смогу только через какое-то очень далекое время. Он прилетел, по-моему, там. Он прилетел, но где-то остановился. Блин, где кирка-то? Блин, Зай, мне надо как-то попасть по этой горе, да, лезть? Мне надо как-то попасть туда, где мы с тобой ставили дракона. Нажми карта. Сейчас нажму кис, но сначала. Прямо сейчас. Кис, я сделаю. Да это боты, не обращай внимания. Но мне хочется сказать, может быть, даже не боты, а просто люди. И, кстати, почему это боты? Я не понимаю, почему боты подписываются, раз так. Это действительно очень большое количество. Неужели это ты ботов ставишь? Нет. Не нужно этого делать. Так. Нажми карта. Кис, мне нужно найти кирку. Мне надо было кирку лодка найти. Мира, вот, нажми на нее. Ты сейчас переместишься сюда в начало. Я тебе еще раз говорю. Я ищу кирку, понимаешь? Да, ты будешь все. Вниз спускаться и увидишь. Найдешь. Вот, и мне надо, наверное, разобраться сначала. Ты можешь сразу нажать и переместиться туда. А сейчас ты будешь там блуждать непонятно где. Мне, вот... Так. Зазубренная кирка.
Туда вы уже не попадете, это квестовая локация. Блин. Туда, куда это самое, куда мы прилетели, ну, нас привез туда дракон. Мы там все оставили. Да. Повышает одного кузнечного дела носителя, наносит 5 единиц урона электричества врагам при попадании. Надо бы это. Вы просто дохты иначе вот он оставит. Да. Эбонит. Вы не можете использовать это в бою. Серьезно? Нет, стой, я же тебя... Нет. Я же тебя призвал. Да он же умер давно. Да не умер я, ну почему? Не хочется этой хрени. Блин. Сколько времени прошло? Сколько? Ну я уже хочу. Сейчас мы будем все смотреть. Это просто временно. Ничего не времени, он просто, блин, не хочет. Ай. А, да, драконобой же. Только не убивай. Да никто не будет убивать его. А это и так моего... Моя лошадка. Да, твоя лошадка, ага. Да. А я не играл. Я неужели Скайрим прям супер-пупер такой культовый? Я не поклоняюсь Скайриму, я просто хочу раз в жизни пройти хотя бы. Я не понимаю еще, почему люди так вот его прям играют до дыр. Вот это единственное, чего я не понимаю. Там история классная. Ничего там классно. При переводе испортили пасхалку. В оригинале она называлась Кирка Ночи, основателя Майнкрафта. А, лол. Это угарно. Блин, ну я теперь не смогу только на бой, походу. Это нормально за КДшечку взять. Скайрим реально культовый. Я не понимаю его культовости. Культовости. Игра прикольная, но, блин, чтобы прям как-то от нее так растекаться. Как же лешечка. Как же лешечка, да? Вот как на тебя, блин. У меня этот драконобой сейчас будет восстанавливаться из-за крика призыва дракона очень долгое время. Вот что мне с этим делать? О, боже мой. Так, хорошо, сейчас я так спрячусь, может быть. Ну, твою мать, ну хватит, что-то он меня хочет убить. Я качал его с торрентов, но поиграть не получалось. Все, начни крутой. Так, подписка. Ты когда состаришься, ты будешь таким? Каким? Красавчиком. Да, я вообще буду сексуальным. Дай поговорить нормально с этим драконом. Аргонаутс 2.1.1, спасибо тебе за подписку больше. Ты не погружаясь, проходишь на низкой графике. Ну, это не низкая графика, это максимально, что я поставил сейчас. Ну, то есть после перестановки. И мне не хочется погружаться в Skyrim. Я не люблю такие, если честно. Я просто вижу, что RPG прикольно, и все. А погружаться не очень хочется в нее. Вот и весь прикол. Да и если бы я погрузился, я бы все равно вот не считал Skyrim культовой игрой. Вот вообще она мне ни разу не культовая. Я это как его... Серию Elder Scrolls не прям фанатею от нее. Ну RPG да RPG. Хороший RPG. И все, и пофиг вообще. Задолбали эти мошки. Что? Мошки. Мошки, да. Ну видишь, что? Перенесли зато растения. Короче, проще умереть, ладно. Я уже не могу от него бегать, я уже устал. Я устала. Ну ты не бегала дракона. Ну я тебе уже 100 раз сказала, ты не слушаешь. Я тебя слушаю, что и ты устала. Мучаешься. Вот я остался, я опять. И я опять в ногах у этого мужчины. Ну что теперь? Когда захочешь воссоединиться с живыми, то... Там рельс себе. Я топаю. Да, да, хорошо. Криком, который в час нужды призовет тебе на помощь героя. Никого я не мучаю. Опять он меня сюда выгоняет, господи. Блин, я ведь... Почему, блин, дракона? Я дракона просто ударил луком. Почему он обиделся на меня? Причем случайно. Потому что ты его стал атаковать, и все равно. Блин, ну я его... Я не буду их даже задерживать. Как он был твоим другом, а? Какой большой дракон? Это разве не Алдуин? Такой. Не Алдуин, как-то пометалличнее его видеть.
Эх, сейчас будет опять этот весь бред. Да? Давай, 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 кин лос. Блин, а иди сюда. Че, давайте, гайс. Быстрее, пожалуйста, сохраниться на всякий случай, а то... Слушай, Саня, а чё, если кирку ночью брать, да? Вот, допустим, она действует, ну, её свойства, они... Её свойства, они работают, когда она одета только, или просто когда у тебя в инвентаре лежит? Итак, свершилось. Алдуин делом. Да-да-да-да-да, мир станет лучше, судьба Довокина. Да, да. Но твоя, это твой. Давно я не чувствую себя таким парень. Любой шмот работает, только когда одет. Ага, ну ладно. Не, ну просто думал, с киркой может другая история. Типа она же лежит в инвентаре, когда ты юзаешь там жилу какую-нибудь. И тогда уже начинает. А, так тут еще вон патронаркс это залагал, он, короче, здесь сидел все это время. Прощай, давай, давай, бай. Как я понял, берешь в руки и улучшаешь шмот, ага. Но здесь так в основном все работает. Типа всякие эти, как они называются, амулеты на торговлю, красноречие и так далее. Но это очень муторное дело, я вообще, вот если взлом, там, не знаю, одежда есть на взлом, я эту одежду не одену, чтобы взломать, потому что мне вообще лень. Это как-то муторно. Ты чего тут такой? Расстроился. Я тебе по морде дал. Да я не тебе, кис. Тут дракон был расстроен. Сейчас я уже закончу, мне надо эту кирку взять, дислоцироваться и хз, и сохраниться. О господи. Давай, давай. Давай, давай, давай. Вот она. Во. Эбонитовая жила. О, блин, это долго будет на самом-то деле. Все, мы будем сейчас лежать. Все. Уже осталось еще 10 минут. 10. 5. Сейчас жилы я тебя соберу, тут их не так много. Малахитовая жила, ну вот хорошо. Играя за мага, очень клевая штука зачарования. Делай 4 вещи на минус 25 расхода магии и кайфуешь, 0 маны тратится. О, нифига. Можно так просто мастера волшебства сделать. Это круто. Я сейчас не знаю, правда, как, чем бы нам вкачивать кузницу или зачарование вообще хз. Чем мы там зачарование какие скачаем, да? Да. Да. Ничего себе. Мы разочаровываем. Разочаровываем предметы, да? Разочаровываем. Угу. Так, ну вроде все, все жилы. Насобирал. О, змейки! Разноцветные змейки. Что? Змейки разноцветные. Я не знаю, где ты там увидела змею, кис. Ну вот сюда, вот. Тилисон, Тилисион, спасибо тебе большое за подписку. И еще подписка 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 8, спасибо тебе большое за подписку.
Я, конечно, подозревал, что это, возможно, боты, но, блин, каким образом боты могут на меня подписываться? Это сами стримбустеры дают такую? Да, объясните, но... То есть, ну, кто-то платит деньги за это, или стримбустер, у него, как бы, есть какой-то генератор ботов, который постепенно накидывает тебе ботиков. Что я хотел сделать-то? Переместиться хотел. Так, значит, туда, где мы выложили в драконе... Не можем мы туда вернуться, да? Капец, мы там руды оставили, это вообще дичь. А, я знаю, как сделать. Быстрое сохранение. Загрузка. Вот. Сейчас, короче, проверим. Вот он, дракон. Этот, мы в него положили туда дофига чего. Тут руды дофига всякой. Смотрим. Вот текущая локация. Мы сюда никак не попадем, да, я смотрю. Вот сюда вообще никаким макаром. Так, камень Шора. Ну, сейчас попробуем глянуть, что там вообще можно будет сделать. Камень Шора, быстрый. Камень Шора, хорошо. Так. Тик-тик-тик-тик. А, никак, ладно. Кис, мы благополучно потеряли очень много руды. Как это? Ну, мы туда не вернемся никак. Вот, вот в этом месте мы оставили так руду. Я же тебе говорила. Ну, дело в том, туда я никак туда не попасть. Дайвинг, да. Что? Я знаю, что за мной. Параллельно качай. Скупаю торговцу дешевые пустые камни и наполняя, плюс колдовство прокачаешь. Используй захват души, убиваешь и так по КД. Ну, это я помню, типа, захват душ. Эту тему помню. Короче, хрен. Там потом разберемся. А мы сейчас, наверное, уже все пойдем, а то что-то времени много. Долго уже стримим. Часа три, наверное. Ай, на сегодня. Ой, времени на эфир, мне хватит. Хватит времени сейчас. Нет, тоже я уже устала спать. Нет, тоже. А как ты хотела фильм смотреть, если... Ну, ну вообще-то был у нас еще часик. Сейчас уже 12. В смысле, 12 планировали посмотреть? Ладно, нет, короче, понятно. Ладно, ребят, давайте. Хорошо, спасибо, что заходили на стрим. Там реальным людям, ботам, которые, не знаю, подписываются каким-то образом и так далее. В общем, подписчикам, маникутам и т.д. и тому п.д. и все и так далее и тому подобное. Я кузнечное дело качал двемерскими луками. С подземелья выносил 78 двемерских свитков в металлоломе. Угу. Короче, ты очень заморочился с этим крафтом, но я думаю, мы не будем так прям заморачиваться. Нам бы хотя бы основную линию пройти и, в принципе, забить на Skyrim. Просто сюжет пройти, чтобы к другим играм уже перейти, и Skyrim потихоньку начинает уже надоедать, если честно. Мне да. Я хочу сюжетку пройти уже основную и все. Вот. Ой, ну все, у кого там спокойных ночей и драгоценности хорошо качают. Драгоценности. Доброй ночи. Да, доброй ночи, все. Все, давайте. До следующего стрима, когда будет, не скажу точно. Потому что, по сути, основная сюжетка пройдена. Серьезно? Алдуина, типа, это последняя битва с Алдуином сейчас была, что ли? Алдуин мертв. Лол. Да нет, как это? Мы же его этот... Че? Ну в том мире мы его подхватили, он да, хотел там... Да, нам еще в этом мире нужно будет сражаться с ним. Найти его. Так я же уже сражался с ним в этом мире. Ну нет, ну... Саэлис говорит, что это все, ГГ. Как это? Ну говорит, все, Алдуин мертв, конец. А такой чувак, он, ну, как... Это конец сюжета. Тоже, когда Вакин. Ну, который в том мире был. Нет, он не в облике дракона, а в облике человека. Он тоже как Давакин. Ты, а и мы будем сражаться с ним. Не в облике дракона, а в облике как человека. Алдуин, в облике да. как человека. Да. Он туда приходил, чтобы набраться сил для уничтожения мира. Так. Сейчас. Не может быть это конец. Ну как не может быть? Ну я точно помню, что нет.
Сейчас. Этого чувака у вас нет, он с дополнения. Ясно. А, то есть, это рыцарь, это что ли, самый мощный? Драконоборец, акт 3. А, ясно, ГГ. Так я же, блин. Да, это драконоборец, это и есть ГГ. Квест главной сюжетной линии в игре. Господи. Какая хрень! Ой, ё-моё! А ты что, с дополнением играл? О, ну конечно, с дополнением, там DLC-шки все накачали, все, и ГГ-изи. Какой колонец! Там подписки... Не, это... У меня с GTA Vice City такое было. Я когда его проходил, там не было ни титров, нифига. Я его прошел один раз и думал, типа, у меня забагала игра. А на самом деле нифига, на самом деле это просто конец. Просто игра кончается, вот миссия последняя заканчивается, как этот. Просто как обычно, как все миссии. И все, и ничего не происходит. Никто ничего не говорит. Вообще ничего. Просто ты бегаешь, ничего на карте, ни заданий, нифига нет. Ты такой сидишь, а... Че, я прошел игру или нет? Потом, в итоге я, короче, подумал, списался на то, что игра багованная, типа, и через год прошел ее еще раз. И опять нифига не произошло. И потом, только когда у меня YouTube показался, я смотрю, и игра, оказывается, была пройдена два раза, причем, а я этого не знал. Вот вам и Skyrim. Короче, ты будешь еще в Skyrim играть? Ну, если... Тебе же Патрона сказал, что все, ГГ. Да, он так говорил, что я его даже понять не смог. Он его не слушал, он пропускал, потому что неинтересно. Я было. Его слушал, я читал человеческие слова, а не то, что он нес. Он говорил «Аруэс Барбандакс». И что мне делать с этим? Что мне ему сказать? Короче, если это основная сюжетка, мне она не понравилась. Это кал. Вообще кал. А вот это то, что выбор «Братьев Бури», «Милук» 1990, спасибо за подписку, «Кенден» 12.04, вам спасибо за подписку, ребят. Братья Бури и Империя. Какие линии вы прошли? Мы прошли Темное Братство, Гильдия Воров. Все, что ли? Только их? Ну и сюжетку основную начали, да? Ну и по мелочи там всякие, типа отдать бивень мамонта, отдать задницу черепахи. Там еще есть сюжетка соратников, есть вампиров сюжетка. Ну это, блин, есть, ну... Там еще мелкие доэдров проходить всяких. Ну, соглашусь с тем, что Skyrim, чем? Ну, он, типа, на первый план тебе вот не выдает вот основную сюжетку, вот, он тебе прям говорит, что очень много разных дорог, можешь по ним идти и смотреть, там, у каждого всего найдешь интересного всякого, и, типа, одна от другой, и, типа, отличается, там, очень круто, и вот. Но, блин, я так не люблю, я люблю, что броню с шкуры жопы дракона не скрафтил еще, да, я что-то думаю, Вика будет крафтить. Ты я не люблю этим заниматься. Ну, ты будешь этим заниматься. Ты мужчина, ты должен делать... Я мужчина, я должен предоставить тебе рабочее место и юзать. Нет, ты должен всякие эти штуки делать там в кузнице, понимаешь? В кузнице? Да, да. Я могу смотреть, как в кузнице что-то делается. Угу. Это тоже мужской поступок. Угу. Да. Ой, ладно, ладно, блин. Я вообще, я в шоке. Я прошел Skyrim и вообще, ё-моё, я вообще... Всё, я в шоке. Всё, иди сюда. Я в шоке. Хватит, я такой... Что там было-то? Я тоже ничего не поняла. Сейчас, я сейчас скажу. У меня было, я не могла сразиться с ним, умирала все время. Когда он в облике человека. Что там? Еще один стрим нужен. Порвать имперцев, забрать в буре и соратников пройти. Как минимум. Ну ок, без проблем. Вот Вика как раз будет сидеть и играть за Каджита. Будет рвать имперцев, забрать в буре и соратников пройдешь. Кстати, мы достигли соглашения там между ними, но мне кажется... Они сейчас, мы сейчас, типа, это они на затишье, типа. А, ну. Вампиров тоже здесь нет, тоже DLC, видишь как? Чё за фигня, блин? Да, вот тебе подсунули кал, конечно. Ну, в смысле, тебе, мне, нет, нет, мне не подсунули кал. Я ты хотел... мне подсунул, да? Нет, нет, я хотел оригинал пройти, и все, я никому ничего не должен, ни какашек, ни кал, ничего. Хорошо. Мы прошли основной сюжет, все. Это прекрасная игра, чудеснейшая игра. Господи, 12 из 20-79, блин. Настолько она ужасно интересная.
Все, блин, у нас мало времени, ребята. Завтра пятница, завтра много дел. Завтра у меня забит часик на стримбустере, но я там буду повторщику-то ставить, оставлять, и пускай он там сидит. И да. Вот. Все, ребят, давайте. Вампиры есть, но они бестолковые, разве что принеси, подай, квест дадут. Ага, ну короче, вот так вот, не продумали, не подумали. Потом фаны начали раздирать задницы Bethesda, и они выпустили DLC, где, конечно же, вампиры будут прям топ. Все, до свидания, спокойной ночи.